Sleepless nights.
I'm not afraid to.
Thank you.
Так, ну что, друзья, всем привет. Спасибо всем, кто залетел на трансляцию матча Team Unique и Hell Raiders. Уже минут через 5-10 начнем. Не знаю я насчет дилея. Будет ли он 15-минутным, или же нам повезет, и мы будем смотреть с минимальным дилеем дотку. Возможно, 5 минут будет дилей. Но в любом случае, матч обещает быть интересным. Новый состав Ашеров против обновленного также состава Unique встречаются, по-моему, впервые. Да, на D2CL это вообще дебют команды Hell Raiders. В этом составе с Пашей, Рейблом и Резолюшеном на керри. Ну и Заяц четверка, Лил пятерка остались на своих позициях. Вот, что касается Юник, то к ним присоединился Петушара. Сёма на пятерке, Бигнум четверка и Спейс на керри. Вот про Спейса я вообще мало что знаю, если честно. Ноль инфы у меня про этого игрока, но присоединился он к ним Юник. Когда? Подождите, он давно уже с ними? Он еще с 20-го года, что ли? Так, Space. Написано, что он присоединился с 7-го месяца, то есть в начале лета, тогда же, когда и Петушара. Тогда же... Ну, получается, они вместе, да, пришли? Бигнум и Сёма вообще с начала года еще в составе Unique. Ну, а FN 4-го месяца, то есть FN уже полгода в составе. Ребята Space и Петушара вместе пришли, получается, июнь-июль, в июле, в конце июля, буквально месяц назад. То есть Space и Петушара играют месяц, Фэн полгода, и Бигнум с Сёмой 8 месяцев уже в составе. Ну, неплохо, неплохо. В таком составе они... Что вообще имеют по результатам? В таком составе они вот впервые, да, выступают на... Dota 2 Champions League, квалификации закрытые, NSL One Fall они проиграли в финале, по-моему. Да, Юники проиграли... А, не, не в финале, они проиграли в Lower Bracket Spider Pigs, которые потом проиграли Creep Wave, и Creep Wave вышли на ESL. Avi Gaming, Spider Pigs и Team Unique пролетели мимо. Вот такая вот история была. Плохо-плохо выступили Юник, они сначала выиграли каких-то нонеймов, потом отлетели от казахов Avi Gaming. А потом еще и отлетели от Spider Pigs. Spider Pigs это команда Фаника, Лайтлесса, Нуба и Леброна. Какой вот составчик у них сейчас. Ой, ну блин, фаворитами, конечно, будут встречи Hell Raisers. Состав у них явно посильнее. Правильно я понимаю? Пока что фавориты... Чего, лайв уже открылся? Ого. Да, уже лайв открылся, игра, видимо, начинается. Ну погнали загружаться тогда на первую карту. Просто в лайве на первую карту 1.4 на Unique. Unique реально фавориты, 1.7 в серии, офигеть, это как так? Прикольно. А почему Unique фавориты, если у них состав собрался месяц назад, и они толком ничего не выиграли еще? Это как работает? Подождите, ну на D2CL они сыграли пока что 0 матчей, это первый матч Unique на D2CL. Вот сегодня первый матч у них 30 августа. У них сегодня 2 матча. И завтра еще матч. Ну, короче, они только-только начинают выступление. До этого они провалили квалификации, закрытые на ESL One Fall. И при этом они считаются фаворитами в серии против Hell'ов. Я вообще не понимаю логики, если честно. Если бы я знал, что они будут фаворитами, я бы, наверное, на Hellraisers поставил с кайфом 2.6. Или сколько там? 2.1 на первую карту. На серию коэффициент 2.25 на Hell'ов. И на первую карту 2.6. Блин, ну это очень странно. Сейчас за кайфы такие? Сломанные. Кто там в Ашерах? В Ашерах сейчас, я же говорю, на керри Резолюшен. На миде играет Рейбл. Это новый мидер. Он до этого выступал в Винстрайках. И с Винстрайками они весь, получается, Ловер Дивизион отыграли. И Апр Дивизион. В Ловер Дивизионе они заняли второе место с ним, а в Апр Дивизионе 7-е место. И похоже, что вылетают из него, да? Учитывая, да, 7-8 место вылетает. Ну, там состав Винстрайк был Дурачье, Рейбл, Чеширский Кот, Ямич и Пантомем. Они провалились. Вот, кстати, Pinnacle Cup они сыграли, второе место, 30 тысяч долларов заработали. Прикольно тоже в составе Winstrike. И это был последний турнир, на котором Рейбл участвовал в составе Winstrike. А Рейбл после этого перешел в стан черно-красных, в состав Hell'ов. Ну и сейчас будет пытаться строить карьеру уже в Hellraisers. В принципе, Рейбл неплохой мидер. Но там против него как бы FNH тоже будет. Петушара на троечке. Вот я Спейса
почти не знаю. Впервые его вижу, он уже в Юниках играет, ну сколько, месяц, да? До этого я даже не знаю, откуда он пришел вообще. Как он оказался в Юник. Надо глянуть его историю игр, потому что на Ликвипедии у него странички нет. Может быть, где-то на датабафе есть инфа. Так вот, ну, хеллов на бумаге состав поинтереснее смотрится. Я не знаю, в какой форме сейчас Паша, конечно. Возможно, из-за этого такие проблемки по КФам на хеллов. Но они сыграли на этом турнире пока три серии и забрали всего лишь две карты с этих двух серий. Они 2-1 обыграли Немигу и 0-2 отлетели от Fantastic Five и V-Gaming. Ну, V-Gaming сейчас жесткий, они 3-0 идут. Вот, там казахи душат нереально. Нужно еще собраться хеллам, чтобы обыграть их. Ну, блин, Резоль на керри. Мне кажется, он сейчас много тренируется, чтобы вернуть свою форму. Я думаю, он старается, реально. Юники же в прошлом сезоне этой лиги играли третье место заняли. А Юники играли в сезоне какой? А, в сезоне этой лиги ты имеешь в виду D2CL? Возможно, возможно. Сейчас глянем D2CL. Это какой, получается, второй сезон, да, был? И там они заняли второе место в группе. И в полуфинале проиграли Hellbar Smashers. Да, да, это есть такая инфа. Но тогда в составе, в принципе, те же игроки были, да. Space, FN, Petushara, Bignum и Slayer. Возможно, из-за этого и такие коэффициенты на них хорошие. Потому что они как бы топ-3 прошлого сезона, да. И сейчас на них возлагаются большие надежды. Но прошлый сезон был, если что, месяц назад. Ну, в принципе, да, это не так давно. Форму они явно не потеряли. Это был прошлый патч, конечно. Это был 7.29D. Сейчас 7.30B, да, или как он там называется. В общем, это уже чуть другая дота, другие герои. Но если у них топ-3 заняли в прошлом сезоне, то и в этом сезоне, я думаю, они постараются. Постараются. Мне кажется, в этом сезоне состав игроков посильнее, состав команд посильнее явно. То есть, если в прошлом сезоне там в финале были Team Spirit, ну ладно, Team Spirit — это Tier 1 команда, грубо говоря, в СНГ сейчас. А, так они их пригласили на плей-офф сразу, я правильно понимаю? Team Spirit были приглашены в плей-офф, и Тундра была приглашена в плей-офф, да. А в этом сезоне кто в плей-оффе будет? Есть инфа? На D2CL третьего сезона. Пока что я не вижу инфы, и, по-моему, не будет никого лишнего, да, из приглашенных команд, возможно. Когда плей-офф на этом турнире, тоже пока непонятно. Тут вообще есть плей-офф, подождите. Вообще непонятно, есть ли плей-офф. Есть, с 11 сентября по 15 сентября будет плей-офф. Возможно, тоже кого-то прикольного пригласят. Например, Team Empire. А, не, Empire и так играют. Ладно, тогда кого здесь не хватает? Ну, тех же спиритов, наверное, перед Интом они вряд ли будут дергать. Кого-то из тех, кто не прошел на Инт, это только Na'Vi. Но Na'Vi еще состав не собрали. Вряд ли они пойдут играть. Ну, та же Тундра, возможно, не откажется поучаствовать. Призовой какой? 50 тысяч долларов? Они сейчас залутали 175, возможно, еще пойдут залутают за первое место там. 1025 точно. Привет, Квизич, будет дилей? Я пока не знаю, ребят, насчет дилея. Возможно, 5, возможно, 15 минут. Сейчас я гляну, что там на офстриме пока что происходит. Насчет дилея инфы нет, ну ждем сейчас. Так, на офстриме уже пошли пики, да, у нас дилей будет, к сожалению. Блин, печаленько, конечно. Ну ничего, я при матче уже залил на юник. Конечно, КФ 1.7 такой странноватенький. И у нас, похоже, что дилей намечается, потому что так, уже пики пошли. Я не буду спойлеры смотреть в любом случае, так что без спойлеров, ребятки. Без спойлеров. Сейчас поставлю таймер, минут, наверное, еще 10, дилей будет. Буду комментировать игру с задержкой 15 минут, сейчас тоже напишу об этом инфу. Так. Блин,
Организаторам разрешили ставить такие дилеи в Valve, и они этим пользуются, конечно. Не особо приятно, но что поделать. В любом случае, я приматч ставку уже сделал, а в лайве не получится поставить уже из-за дилейчика. Так, что еще посмотреть насчет этих команд, значит? Team Unique. Да, D2CL, вот я вижу, они 6 тысяч долларов заработали за третье место. Конечно, призовой слабенький на этом турнире. Вроде как третье место заняли, а залутали всего лишь по 1000 баксов. Ну, это зарплата игрока примерно этой команды за месяц. Ну, я думаю, что в Unique где-то, да, чуть меньше 1000, может больше. Блин, не знаю, на самом деле, какие еще зарплаты в тир-2, тир-3 командах СНГшных. Учитывая то, что все-таки коронавирус, там, кризис, все дела. Я вообще не представляю, как сейчас зарабатывают тир-3 команды. Кроме как, сами знаете. Раньше там, типа, 1500 долларов считалось средней зарплатой тир-3. А сейчас, что я даже боюсь представить. Ну, сейчас в СНГ, наверное, из команд, которые что-то зарабатывают, это только Team Spirit, которые кучу туриков выиграли. Кстати, я удивился, когда посмотрел, сколько заработали PogChamp за этот сезон. Они вроде, ну, ничего не выигрывали толком, да? Ну, так сказать, PogChamp. Ну, что там где-то второе место, там где-то первое. Ну, типа такое, да? Что-то непонятное. А на самом-то деле команда заработала 72 тысячи долларов за сезон. Не каждая команда на такое способна. 72 кабачей. Ну и, в принципе, она плюс-минус, наверное, даже окупается. Не знаю, какие там ЗП-шки. Кто это все спонсорит? Я, кстати, не знаю, у PogChamp есть спонсоры? Я не видел что-то. На Википедии написано, у них нет спонсоров. Но явно же Artstyle там не за бесплатно работает. И менеджеры там тоже не за бесплатно работают. А кто-то все это дело поддерживает, финансирует, так сказать. Так вот, те же условные юники за этот сезон. Что они заработали? 1050 долларов. Чуть больше. 60. Ну, они играли Upper Division ESL онлайнового. Сначала, потом еще во втором сезоне они тоже в Upper Division были. Там они заняли 6-е и 4-е место. Довольно-таки неплохо. В этом сезоне вообще не красавчики, они закончили на 4-м месте, а Na'Vi на 6-м вообще. Там был такой в конце развязка такая, когда Na'Vi проиграли Юникам, и Юники их обогнали и заняли 4-е место. Там в составе, конечно, еще тогда был Гостик. Гостика еще заменили на Петушару. Блин, захожу на YouTube канал Гостика постоянно, он такой классный чувак. Кто смотрит Гостика, ребят, в чатик напишите, как вам его видосы. Такой вообще позитивный чел, он мне очень нравится. Ну и Палантимаса тоже сейчас поменяли на Спейса, соответственно. В новый сезон будут рываться, наверное, в таком составе Юники. Хотя я не знаю, что это этот Спейс. Мне кажется, есть в СНГ и поперспективнее коры. Возможно, кого-то еще найдут. Но пока мне нравится состав. ФН, Птушара, Бигнум и Сёма. Вообще, Бигнум и Сёма уже вместе как будто всю жизнь играют. Очень много где они пересекались. Cyber Legacy, по-моему, они тоже вместе играли, да, Сёма, Бигнум. Они же со Cyber Legacy и перешли вдвоем, как связка суппортов в Team Unique как раз. V8 против Spider Peak будут... Да, не, ребят, B8 против Spider Peaks перенесли. Они будут играть аж 8 сентября, поэтому не скоро. Не скоро они начнут. Не скоро будет эта серия. Как думаешь, был ли смысл менять Палантимаса? Он же очень хороший кор. Да, ну не сказал бы, что он незаменимый. Да, вообще незаменимых не бывает. Но Палантимос... Типа Space, Палантимос, мне кажется, это одно и то же примерно по уровню. Просто, возможно, с Палантимосом как-то коммуникация была слабее. Уровень игры, мне кажется, у них примерно одинаковый. Но все же зависит от внутренней кухни. Там вот сейчас 4 украинца и 1 белорус в составе Team Unique.
Хотя Палантимос вроде белорус, может быть, Петушаре было бы с ним покомфортнее играть, не знаю. Но раз они взяли Спейса, была какая-то на это причина, я думаю, что веская причина. Вот. Ну и состав сейчас обновленный. Я не знаю, если честно, вот что от этого Спейса ожидать. Я его нигде раньше не видел. Он как будто дальше даже нигде не играл раньше. Хочу сейчас глянуть его историю игр. Спейсич этот. Он раньше играл в команде П. Это что, Патники, команда Патники. Какими-то нунеймами. А потом команда... А, он с Юник новый. Все, это старая, типа, второй состав Team Юник, Team Nova. Там был Depressed Kid с ним, MC314, Kicked, Low Kiss и Мункуши. Такой вот составчик, и он там играл тоже на керри. Ок. Все, ну что, у нас начинаются пики, первая карта. Let's go. Юник будут играть за Radiant, Hellraiser за Dire. Первая карта. Заяц против Бигнума на пиках. Knife Crimes, это, я так понимаю, Space, да? Это Шара есть, Сёма, Бигнум, FN, да, все на месте. У Hellraiser's Рейбл на миде, Resolution Керри, Паша оффлейн, Лил пятерка, Заяц четверка. Все нормально, без замен ребята играют. Так, что там по этому парню из Space? Он играл в Team Ukraine даже? Ой, это что за команда была? Там был Yellow Flash, Soul, какие-то тоже ноунеймы. Но он толком нигде не играл, вот кроме этих Team Nova. Только там он засветился, и поэтому его и взяли в Team Unique. Из Team Nova он выиграл за 100 карт, или за 100 серий, аж 3000 долларов. Где, на чем? Time of Bad Cup. Это вообще турики странные. Global Infection Cup. Я даже не слышал таких. Home Cup какие-то в 2020 году. Что это вообще за жесть была? Они там играли против... Ну, кстати, неплохие составчики. Там были Ханы, там были ТПБ, Empire Hope. Даже Aggressive Mod, если помните, такой состав был с Фокусом и Скайларком. Они там тоже участвовали в этом Global Infection Cup. И там Nova заняли первое место. Нифига себе, они обыграли в финале Empire Hope. А Empire Hope тогда это был Lightless, Smiley Knight. Ну, кстати, неплохой, неплохой мув. Ну, кстати, там не было Спейса. Мункуши играл в финале. Мункуши это другой чел. И Спейса тогда как раз не было в Нове, когда они выигрывали этот турик. Короче, я не знаю. У него, походу, за карьеру вообще никаких достижений нет у этого парня. Я не знаю, почему его взяли. Может быть, он перспективный. Какой у него ранг вообще? В доте сейчас бы глянуть. Пока тут пики у нас первые прошли. Быстренько хочу глянуть аккаунт этого товарища. Есть он здесь, нет? Что-то пока не вижу. Вот. Так. Где он? Вот это, да? А, у него пятый ранг в Европе. Ну тогда понятно. У него пятый ранг, это очень жестко. Топ-5 игрок Европы по рейтингу. Наверное, заслужил, да, место в Team Unique. Наверное. На уровнях... Ну, на высоком таком уровне по ММР он играет. У него получается 11 тысяч рейтинга или сколько? Сейчас нужно, чтобы быть топ-5. Мне кажется, десятки не хватит, чтобы быть топ-5. Там уже очень много игроков апнуло 11. 11 тысяч ММР в доте. Кто имеет? Топ игроков, достигших 11 к ММР. Так, смотрите. Без задержки, что ли? Да не, есть задержка. Абит 13 мая еще год назад стал первым игроком в мире с 11 тысячами. Интересно, у скольких игроков еще 11к ММР? ГПК присоединился к клубу 11к ММР. Так, сколько человек имеет? Если ГПК 11 тысяч, то ГПК сейчас идет первый вроде по рейтингу, или второй, что-то на такое. Так, смотрите, в Европе ГПК первый, Ятора второй, третий идет Savage сейчас, но он приехал в Европу. А потом I don't care MMR, I play for fun, я не знаю, чей это аккаунт, четвертый, возможно, Рамзес какой-то. Потом Space идет пятый, вот. И это, у этого чела реально или 11, или около 11 тысяч ММР. Это пипец как дофига, он нереальный задрот в пабликах, видимо. Очень много игр у него сыграно на этом аккаунте, у него 130 левел, это, ну, порядка 10 тысяч матчей, наверное.
Сейчас мы пробьем его. Так, пока что по пикам очень странный выбор от Hellraisers. Они берут Бэйна, якобы законтрить Пангольера, да? Чтобы не, он не катался. А, но при этом Team Unique себе добирают Сайленсера. Сразу же и Батрайдер, и Бэйн страдают от него. Сларк для Спейса появляется на керри позицию. Классный пик Сларк против Бэтика, Сларк против Бэйна. Мне очень нравится Сларк. Так вот, у этого парня, который сейчас идет топ-5 рейтинг. Топ-5 рейтинг. Че открыть его аккаунт? Не могу найти никак. Блин, а как его найти? Нужно открыть первую карту. Аккаунт его найти. Ладно, они же... Это их первая игра на этом турнире, а до этого они с ним вообще играли? По-моему, это вообще дебют этого товарища в составе Team Unique. Если я ничего не путаю. Артём Голубев. Последний раз он играл... А нет, они уже играли на квалах же, точно. Они там проиграли квалы в команде SpiderPix на ESL One Fail. Вот, сейчас я найду эту игру. Хочу там найти его статистику. Интересно его посмотреть стату вообще в пабликах, там, на всяких героев и так далее. Так, ну, Hellraisers не знают, что выбрать против этого Сларка и Сайленсера. Пока что им нужен какой-то сильный кор для резолюшена. На ком он захочет играть против Сларка и Сайленсера? Наверное, на ком-то фастосвойде было бы неплохо. Но нет, это пока что оффлейновый Марс для Паши. Ой, ну Марс Бэтрайдер или Марс ВР-ка будет линия. Это, скорее всего, медовый бетик для Рейбла. И Марс ВР-ка в оффлейне. Остается керри для Резоля на ластпике. Ну, смотрите, сейчас самых сильных героев против Сларка забанят. Это, наверное, какой-то Faceless Void или... Даже не знаю, кто еще. Кто еще Сларка контрит? Иллюзионисты всякие. Возможно, Phantom Lancer. Возможно, Naga. Что-нибудь такое. Не особо я... спец по Сларкам. Ну, сейчас подумает Space против... против кого он не захочет играть. Больше всего. Ну, а Резолю нужно придумать героя, который закроет Сларка в этой игре. А, это Рики пока что первый герой. Ага. Ну да, да, Рики с тучкой неприятен, согласен. Согласен. Вот, нашел я этого чела в паблике, топ-5. У него на аккаунте только 5000 матчей, но я так понимаю, что не скрытый у него профиль пока что, да. Есть вся инфа про паблики его. Возможно, у него еще смурф какой-то есть, но здесь открытая статистика. И на Сларке у него топ-4 герой Сларк, 62% винрейт, последняя игра 2 дня назад. Вот такая вот статистика неплохая очень даже на Сларкиче. Ну, абузит, абузит Сларка. Хотя в этом патче он на нем сыграл аж 2 игры и обе проиграл. С Мейджслейером в одной игре он был после диффузов, а в другой игре Блинк Сабля диффуза купил. Что-то такое, обе игры слил на Сларке. Угу. На ком он сейчас в основном играет? Так это Phantom Lancer, Morph, PL. А, ну я же сказал, да, Phantom Lancer, Morph, Медуза, Клинкс. О, очень много Клинкс запикает. Terror Blade. В общем, такие метовые коры, в принципе. Skill-based герои. Всем привет, приветик, ребятки. Здорово, здорово. Здорово, чат. Видела Фэна в Николаеве неделю назад, злой чел негативный. А ты еще к нему подошел, попросил автограф, он тебя нахуй послал? Или как ты понял, что он злой? Так, ну что, Hellraisers получает еще Свена в бан. И придумать героя для резолюшена становится уже посложнее. Против Сларка и Сайленсера. Я так понимаю, что это Пангольер будет оффлейновый для Петушары. Вейт Спирит медовый для Фэна и пятерка Сайленсер, либо четверка Сайленсер. Остается в любом случае пикнуть суппорта. Скорее всего. Ну вряд ли Панга будет пятеркой, да, к Сларку. Сейчас доберут либо Сларку суппорта, либо Пангольеру. Потому что, ну, Сларк Сайленсер, Пангольер плюс кто-то. А плюс кто, это нужно сейчас решить против Бэйна. Кто хорош? Легионка в бан и ОД в бан. То есть Hellraisers реально думают, что это будет суппорт Пангольер. На четвертой позиции, правильно? Ну, вообще, может быть, может быть. И герой для Петушары тогда появится. И кто это будет? Это будет Тайдхан. Окей, Тайдхантер троечка. Пока что выглядит мега круто. Он снимает лассо, он снимает финсгрип с себя. Кракеншеллом. Не боится Марса. Тоже, в принципе, варенье Тайда убивать сложно.
Ну, вообще идеальный выбор, но Hellraiser берут Фантомлансера, который вообще ничего Тайду не делает на линии, но при этом, как я говорил, Иллюзионист против Сларка неплох. Неплох, но, опять же, тут Иллюзиониста закрывает White Spirit, Иллюзиониста закрывает Global, Сайленс, до Манты Резолюшн будет страдать. Ну, до Манты его точно пару раз убьют в этой игре. Ревейдж, Глобал и минус герои. Заяц на четверке в эрке, да, с Пашей пойдут они на линию. Кстати, Заяц, Паша, это же та самая линия с Virtus.pro. Еще миллиард лет назад они играли. Ну, неплохо, неплохо. Медовый бетик. Так, медовый бетик против White Spirit вообще должен хорошо отстоять. Не думаю, что он его загнобит, этого вайда. Но отстоит точно уверенно. Четверка Пангольер и Тейтхантер ПЛ могут на самом-то деле и задушить. Там Лил на Бэйне, правда? Будем тоже наблюдать за ним. Но я думаю, что все-таки по пику эта карта Юник попроще выигрывать будет. Линия Сларк-Сайленсер, да, у нас будет очень жесткая линия. По идее, там Марсу и Верке вообще больно-больно будет, очень больно. Ну, файты за Юник, очевидно, у них Global плюс Ravage. Они должны выигрывать любой файт. Но если до БКБшек доберутся хеллы, например, у Марса и у Бетика появятся по БКБшке, что тогда делать? Как тогда выигрывать файты? Тогда сложно. Тогда нужна грамотная позиционка. Нужно ловить этого Бэтрайдера, не давать ему летать по карте. Тайтхантерам давать рейвейджи быстрые. На Фантомлансере, на самом деле, никто БКБ не будет покупать. На Фантомлансере будет точно сборка через Манту против Сайленсера, потом какие-то диффуза, возможно, купит против Тайда. Нужно выжигать ману обязательно Сларку, да, поэтому диффуза здесь must-have на ПЛе. Какой-то сейчас в мете Mage Slayer, но мне кажется, здесь он не особо профитен. Так что я бы отдал предпочтение Манта плюс диффуз сразу стандартное. Вот, ну и с такой сборкой Phantom Lancer очень уязвим. Он боится Ravage, он боится врыва Фэна на White Spirit. Он будет много умирать на этой карте, я думаю. Мне кажется, что Resolution будет ужасная игра. Почему-то прям такое ощущение есть, знаете. Наитие, что у Резоля будет ужасная игра. Так, все, ребятки, без спойлеров, смотрим игру. Начало первой карты, ставится пауза. Приветик еще раз всем. It is our sexy queen, just Hellraisers and on the wind. Помогите, кто в курсе, как считается ник у мидера Hellraisers? Рейбл вроде. Рейбл. Не знаю, что это значит. Но Рейбл, я слышал, где-то так его называли. До этого посылал других челов, но меня бы он не послал, думаю, что я не похож на быдло. Понял. Посмотрите, пик у Hellraisers мега странный. То есть у них есть арена Марса, а в арену Марса что? Что в арену Марса? Бэтрайдер залетит, Фаерфлаем раскидает или что? Или ВРК повершот закинет? Как-то я смотрю на этот пик, и комбинации просто зеро. В то же время у Юник. Ультпанга в Ravage. Global — Ravage. Remnant — в Ravage. Сларк — много урона в Ravage вносит. Опять же, против иллюзий ПЛ есть White Spirit. Есть Пангольер с Rolling Thunder и Shield Crush. Не знаю, что вообще Шер себе думает, пикая таких героев. Бигнум прыгает, сразу получает 45% шилд краша. Лил подставляется и умирает. Вот это выход. Вот это Шер атакует. Миниатюра, Hellraisers атакует. Просто выходят втроем и дохнут на ФБ во вражеском лесу. Интересно. Yes. Не, похоже, да, на букву И. Согласен, ну а как тогда это читается? Релы или Рей-И? Вряд ли это И. Вообще, да, так в транслите так пишут букву И. А, три руны для Юник, ФБ для Юник. Уже преимущество огромное, на самом деле, для начала. Они тут еще и Зайца поддушили. Улетает он на ТП-шке в бот. Так, и что в итоге по линиям? Ух ты, смотрите, какой свап интересный. ФН оставят в легкую, против Бэтрайдера идет Сларк. Блин, Юник красавчики, мне нравится такая идея. Поставить Сларка против Бэтрайдера — это гениально, на самом деле, потому что никак Бэтрайдер не сможет Сларка сжечь. Просто будет стакать ему Magic Sticky, и потом Ванды апнет себе спейс, будет спокойно снимать с себя Даркпак там эти стаки. Ну и страдать не должен на этой линии Сларк вообще никак. Правда, первых трех крипов добивает Бэтрайдер, одного денает, хорошо. Спейс тоже один денает пока что.
Ставится снова пауза. В топе там у нас как? Дела вообще. У зайца настолько все плохо, что он уже ливается игры. Он уже не готов играть. Уже больно, больно. А еще и этот вылетает, товарищ, на резолюшене. Так, ну, Петушара. Шара уже в Soul Ring себе планирует выход. Реконнекты с АПЛ. Да, интересненький свап. Получается, FN на легкой против Марса и Верки. Ведь они его на этой линии не смогут, я думаю, ни разу. За счет его резонанс пульса, диссимилейтом, спокойненько должен от атак уходить. Разве что какая-то гениальная связка, плюс копье к дереву. И он при этом будет лоу хп, ну, слабо в это верится. Я думаю, что сайдлайн хорошо отстоит FN. Смотрим на эту линию пока что. Два крипа у FN, а. На мид даже, я думаю, нет смысла обращать внимание. Здесь полный фрифарм будет у Сларка. Спокойно. Нет, не спокойно, он добивает ренджей. Как-то пока слабенько ласт хитит, но... Еще одного крипа пропускает. Спейс, Анвол, соберись. Топ-5 игрок Европы, ты че? Под тавером не может крипов добивать на Сларке. Там сигнатурном. Как тебе финал ЛГД Тундра? Крутой финал был. Очень крутой. Тундра заслуженно победили. ЛГД не дотянули немножко. Ой, как душно сейчас. Лил Ми Алоун. Очень сильно страдает Лил против Бигнума. Заканчивается Шелд Краш. И тут уже придется отступать. План Гарьером. Иначе умрет. Фласку потратил Планга. И фласка, по-моему, еще остается у Лила. Еще Тангуса докупает себе резолюшн. Ботина хочет побыстрее взять, чтобы мансить от Энкерсмеша и Петушары. Ну, на миде главное Сларку сейчас войти в этот режим ласт-хита, да, перестать пропускать крипов. И все у него будет здесь хорошо. Напрягать его Бэтрайдер никак не может. 8 крипов у Сларка, 5-2 всего лишь у Бэтика пока что. У Бэтрайдера радиус атаки на самом деле очень маленький. Посмотрите, у него радиус атаки... 400. Это, ну, по сути, как милишник. То есть, тебе нужно подходить очень близко, чтобы бить крипов. И Сларк, конечно же, этим пользуется. Сларк бьет рукой и настакивает себе пассивочку. Essence Shift. Ботл на Сларке, наверное, вряд ли появится, да? Он берет сразу же себе ботинок. Так, у нас там Бигнума убили в топе. Я что-то пропустил. Ну, ничего страшного, он уже вернулся. И напрягает резолюшн здесь вместе с Лилом. Как там снизу дела у Керри Войт Спирита? Вроде 12-0, все хорошо. 9 крипов всего лишь у Паши. 10-й. Брайсер фейзы сразу же Паша закупает. По гайду от Гостика. Сейчас все оффлейнеры топят за брайсеры сразу же первым слотом. Мне кажется, у Петушары... Ну, если бы он не играл на Тайде, у него тоже был бы брайсер. Но на Тайде, конечно, приятнее Soul Ring сразу же купить. И постоянно-постоянно закидывать свои... Якори. 4-й левел у Спейса. Рейбл опять же проседает здесь. Все три линии у них как будто бы выигрываются. 16-5 у Сларка. 17-0 у Фэна. 15-3 у Петушары. Он, конечно, бывшие игроки Винстрайк, да? Рейбл. И Резолюшн с Пашей тоже неплохо бьют, но поменьше крипстаты пока что. Фейзы будут появляться у Паши. В следующем... Артефактом вскоре. Ну, блин, уже 1000 преимущества. Юник, на самом деле, очень хорошо, уверенно, начинают эту карту. Ларк еще и бежит, ворует руну у этого Бэтрайдера. Что по сборке будет на Сларке? Пока что ПТ. Странно, что без орба в коррозии играет. Можно будет ее потом докупить. Либо же сразу выйти в какие-то... Тифуза в этой игре, мне кажется, не помешают. Ловить ВР-ку, ловить Марса. Пожигать ману. Так, атака на Сёму. Вот сейчас единственный шанс убить Сёму, наверное, есть на этой линии у команды Hellraisers. Но на развороте Паша чуть ли не умирает. Да, его добивает здесь Сёма. Получается, что ВР-очка без шейкл-шота. А, вот оно что. Третий левел Заяц пока ничего не вкачал. У него нет маны даже на этот шейкл-шот, поэтому толку от него пока что нет. 2-1. И очень уверенно стоят линии Юник. Даже не к чему прикопаться. Везде у них все прекрасно. Ботя фрифармит FN. Сларк уже почти 6-й левел на миде. А сверху... Петушара напрягает резолюшн. Со стиками апнутыми уже резоль. ПТ-шку скоро купит.
Никаких перемещений, передвижений по карте пока не планируется. ВР-ка, Бейн, не те герои, которые могут гангать мид. Тем более гангать с Ларкой, это тоже бесполезно. У нас пока 2 на 2 лайнапы, и особо никто ни с кем не воюет. Прыгает Бигнум сейчас. Ой, ошибается Лил Мелон, мне кажется. Хотя есть у него второй брейнсап. Сейчас от Петушары отгрызется, по идее. И может спастись, но все равно еще 2000. И Петушара должен оформить. Нехорош Лил. За счет фласки выжил, красавчик. Но умер резолюшн. Блин, Лил, наверное, сейчас нереально в тильте с этой линии. Мало того, что фласку потратил, остался лоу хп, так еще и кор его подох, как ботяра просто нереальный, с 20 стиками. Ну это как вообще? Что с резолюшеном происходит? Почему он погибает с 20 стиками на пейле? Очень странно. Здорово, Russian Siberia, приветик. Судя по игре ЛГД, невольно задумаешься, неужели в доте настолько драфт решает? Ну, во-первых, у ЛГД не было основного мидера, это очень тоже решало. У них ограниченный пул героев был, потому что у Nothing to Say одни герои, они весь сезон играли с одними героями, а у всего это вообще совсем другие, там какие-то лишаки, пангольеры, баратрумы, типа, ну, невозможно перестроиться так быстро на это. Если бы они весь сезон с такой хуйней играли, возможно, они бы получше себя чувствовали, но они весь сезон играли с нормальными мидерами, а тут Сяоэйт пришел и такой говорит: парни, я на этом не умею, давайте мне Пангольера, пожалуйста, и Спиритбрейкера. И они такие: ну ок, босс, давай. Ну и вот так вот получилось. Нет, Тундра красавчики, они на пиках прям уверенно очень смотрелись, и против ВП они же игру выиграли по пикам, и против ЛГД в финале тоже перепикали круто. Переиграли, так что Тундре респект. Жаль, конечно, они не выиграли ту карту, на которую я ставил на них. Лесенкой, ну. Ничего страшного. А ВР-ка здесь умирает, кажется, Заяц, 4-1. Ну, слушайте, такое ощущение, будто Hellraiser до сих пор находится в отпуске. Вообще не хотят играть, мужики. Особенно Resolution. У меня 30 крипов, Networth 2500 против Петушара, у которого 3200 уже почти на топе. Там стики не нажимает, как-то умирает, представляется, что это вообще такое. На ПЛ так нельзя играть, ну. Во-первых, вы берете ПЛ против Тайда, уже понимая, что вам хуёво будет на линии. Ну и при этом еще и проигрываете эту линию. Хотя точно знаете, против кого будете стоять. Тоже мега странно, конечно, Ашер играют. Пока что 3000 перефарма, и ощущение есть, что эта игра закончится, ну, очень быстро. С таким-то перефармом. Камбэк потенциал у пика Hellraisers, мягко говоря, слабенький, а откровенно говоря, вообще никакущий. То есть там Global, Ravage, все это дело круто работает. А у Hellraisers чем камбэкать? Ареной Марса? Кого убивать? Вот Спирита? Или может быть Тайда? Или может быть Сларка? А кого? А даже они даже Пангольера не убьют этой ареной, если честно. Так, Паша подставляется, ему сейчас придется, наверное, тратить арену, чтобы убежать. Ой, классный ремнантик от Фэна! И Паша. Паша сгорает. Еще 1000 буквально. Да, он пришлось потратить арену, чтобы не умереть. Такая вот интересная реализация арены от оффлейнера команды Hellraisers. В мизе Рейбл. Руну у него хосты отжал Спейс. Пустым ботом в итоге остался Бетик. Так, у Спейса уже Макшин и Дарк Пакт. В единичку взял Эссеншифт. А и в 2 паунс. Это связка на 2.75, почти на 3 секунды. Отличный дизейбл. И при этом у Сларка уже появляется Обливион Став. В следующем будет добирать себе Огракси. Это, конечно же, Сабля. Почти готовая Сабля. Сверху у Резолюшена проблемы, ему придется отпрыгивать, снимать с себя замедление, но Ревейдж, и это похороны для Резолюшена. Он в этот раз нажал стики, но этого уже не хватило. Бигнум с третьим шолдкрашем очень здорово его пробивает. Ну, Резолюшен вышел с карты, на самом деле. 0-2, 36 крипов у него, у Петушара уже 60. Провал тотальнейший, наверное, скоро придется писать ГГ Ашером. Потому что снизу погибает сейчас Лил Мелон, Паша тоже отсюда вряд ли уйдет. Его закрывает Бигнум замедлением от Орбов Corrosion. И буквально один прыжочек, сейчас это Фэна или что угодно, Ремнант какой-нибудь. Оп, Ремнант, ну нужно посчитать, куда он пойдет. И читает ФН, очень круто играет ФН. Добивает Пашу, даблкил делает ФН снизу. Великолепная игра от Unique на самом деле. Все три линии отстояли идеально. Сларка находит сейчас чужие стаки. Здесь, видимо, для Пейла и для Бетика эти стаки были сделаны кем? Патрайдером? Эти стаки были сделаны, я не успел посмотреть кем, но, в общем, неважно. А ВР-ка этим были стаки сделаны. Спейс все зафармил абсолютно и забирает свою саблю на 9-й минуте. Бетик с травелами, правда. У Бетика все не так плохо. Он пока единственный, кто хоть что-то выфармил в этой игре. За 10 минут у него есть травелам. Теперь можно разгоняться, но стаков уже нет, и тут, конечно, остается только плакать.
Пейл уже в лесу, его выгнали с линии давным-давно. После второй смерти он возвращаться на нее не хочет. Петушара заберет тавр. Хотя тут заяц что-то выебывается, хочет подефать немного. А Петушара уже худ, его здесь не пробить, мне кажется, даже если втроем на него напасть. А у него должно хватить выживаемости, у него должно хватить сопротивления магии, хпшек, чтобы спастись. Сларк забирает саблю. 10 уровень у Сларка, у Батрайдера на уровне ниже. Лил 4 только берет себе книгу. Сейчас будет где-то добирать 6 уровень. Да, все, есть 5 и книжечка. 6 левел на подходе, сейчас нужно срочно реализовывать ульту, иначе... Ну, просто нет смысла от этого Бейна. Он был пикнут исключительно ради ультимейта, чтобы контрить Пангольера. А в итоге Пангольер — это вообще суппорт, и нахер его не надо контрить. FN врывается в Лила. Сайленс есть глобал. Убили Пэла. Тут еще и Лил подставился, его тоже должны забирать. Прыгает FN. Еще один есть у него Астрал Степ. Доджит арену. Ну и Фингрип есть, конечно, у Бейна, но он не поможет. Верочка пытается связать Сларка, не выходит. Арену уже потратил Паша в никуда, можно сказать. Начинает бить Рейбла. У Рейбла проблемки. За ним замедление от Бигнума. Есть минус по Рейблу. Верка осталась одна, ее тоже заберут. Как же ужасно все делают HellRaisers. Забрали, правда, Пангольера. Крипы играют лучше, чем команда HellRaisers. Вот такой пока я вывод могу сделать в этой игре. Потому что у крипов один фраг, у HellRaisers два. Ну, примерно помогите, такая, да, ситуация? Помогите! Не, ну, конечно. Помогите, это топ-мем. Вышку в миде все еще не потеряли, а шер, а преимущество уже 6000. Вы знаете, помните, я говорил в Китае, когда смотрел игры там всяких бомжей типа Астерариес против условных там Вичи или еще топ-команд, что нет такой вот прям жесткой разницы в уровне игры. Тир-1 команда играет точно так же, как и Тир-3 в Китае. А здесь я смотрю, Тир-3 команда HellRaisers против Тир-2 команды Unique, и такое ощущение, будто там вообще пропасть просто в уровне игры, и как будто HellRaisers зашли первый раз в доту. Вообще ужасно все у них по всем трем лайнам, такой пик хуевый. Кто вообще такое додумался напикать с этим Бейном, пятеркой, Phantom Lancer, Керри взять против Тайдхантера? Ну, это просто, это, ну, не налазит ни на что просто. Как можно было так надрафтить и так отстоять линии? Мне это не укладывается пока в голове. 6000 на 12-й, ну, серьезно? Такой разный уровень игры в СНГ или что? Почему так плохо пикают Ашера? Почему так плохо стоят линии Ашера? Я не понимаю этого. Как думаешь, Ашер первую заберут? Ты имеешь в виду одну карту или первую? По этой карте точно уже все, забудьте про Ашер, а вот на второй карте, ну я не знаю, им нужно нормально пикнуть для начала. Потому что они драфтят, откровенно говоря, как будто на похуях вообще, максимально. Зайца убили снизу. Да, играют тоже на самом деле отвратительно. Там ПЛ мог выжить в том моменте, где у него 20 стиков было, и не нафидит так сильно на линии. Тот же Марс как-то умирал вообще бездарно, на самом деле. Вот. Мне кажется, если бы эта игра была на каком-то турнире покрупнее, а не на D2CL, то можно было бы по этой игре делать разбор умника, серьезно. Но они как боты фидят, откровенно говоря. Что Резоль, что этот Паша, ну... Что с ними произошло за эти, там, полтора года, или сколько там Паша не играл на простене, и сколько Резоль не играл на керри, я не знаю. Они как будто вообще разучились играть. Сколько им придется восстанавливать форму свою, я не представляю. Ну, при этом Юник как будто сейчас выглядит на ходу, реально машина, которая очень уверенно играет, сыграно, ребята друг друга чувствуют, героев берут хороших, каждый для себя, FN на Вайде, Спейс на Сларке, Тайдхантер для Петушары, как будто, ну, они на всю жизнь на этих героях играли, да? И выглядит их игра намного, намного лучше. 8000 уже преимущество на 14-й минуте. Ну, еще минут 5, и эта карта может закончиться. Напали на Бигнума, но это, если что, четверка, в которую потратили 2 ульта и не убили. Вы понимаете вообще, что происходит? Просто минус 2 героя в миде, 2 ультимейта потрачены, Паша и Лил умирают. Ну, я не знаю, это какое-то уже издевательство, можно сдаваться на этой карте после таких мувов. Рейбл без блинка, сейчас могут его найти, FN на хосте побежал, FN хорош, находит Рейбла, есть связочка, пошло замедление, Сларк подпрыгивает, правда, паунса не попадает, но есть замедло. Также и от Бигнума, Рейбла отпускает все-таки, ладно, ну ходит. Часто первая флама, вторая наоборот, ну я думаю, что в этой игре вряд ли такое произойдет.
Вряд ли Unique проиграют Flam. Судя по тому, что я вижу, они очень уверенно исполняют и очень уверенно пикают. Так что тут нужно очень сильно постараться Ашером, чтобы их сначала перепикать, а потом еще и переиграть. Что-то мне подсказывает, что не получится у Ашера на второй карте ничего. Ну, максимум они равный драфт сделают, и тогда уже будет игра зависеть от исполнения больше. Но, по-моему, Unique очень хорошо готовы сейчас играть в доту. Так, Рейбл ловит Слеера. Сёма погибает на Сайленсере. Unique пока что не ошибались грубо в этой игре. Но вот сейчас может быть хороший файт или нет для Ашера. Они уже убили одного. Потеряли также одного, это минус Лил. Погоня за Резолюшеном, как классно прыгает Бигном. Ревидж продлевает эту атаку. ПЛ не может прыгнуть на Доппельгангер, потому что, во-первых, связка с Ларка, а сразу же туда Ревидж. И вообще без шансов уйти Резолю как-нибудь. Нужно было, наверное, сразу на паунс нажимать этот Доппельгангер. Марс прилетел. Марс никого не убьет. Минус 3 в размен на Сайленсера. Опять-таки лузают файта Шеры и ничего не могут предложить Юникам. Помогите! Тут человек, ну, как на боте проводить розыгрыши? Пока нет, потому что у нас в ближайшее время Айлиги не будет. Вот. Смотрим так чисто для своих СНГ-шные матчи. Unique. Вообще хотел сегодня бейтов постримить, но их перенесли. Вот, поэтому смотрим Unique Hellraisers. Розыгрыши будем проводить, когда уже побольше народу будет на Айлиге, например. Так, Петушара 13 левел против Резоля 10-го. Просто идет у него сейчас спейс. Настоящего, по-моему, они бьют настоящего, да, они сами это поняли. Есть глобал, и настоящего ПЛа убивают. Как же легко, правда, сейчас Ларку придется прятаться. Арена Марса вряд ли убьет Петушару, копье тоже здесь бесполезно. Они не могут вообще пробить этого Тайда. Он 1v3, идет под тавер. Ничего не боится Тайд. У него Аганим будет появляться? Слушайте, ну, Аганим вроде неплохая шмотка. Но можно было бы что-то и пожестче собрать на Тайде. Хотя против ПЛа Аганим, по-моему, норм. Шива та же, Аганим, хороший айтем против Фантом Лансера. Шивой, наверное, обзаведется Вой Спирит, если игра затянется. Пока что у него только Сабря и Юл по планам. А Лига начнется с 3-го, по-моему, сентября. 3-го. Или с 4-го. Не, финал 5-го, значит, с 3-го, да, с 3-го. Так, наконец-то Паша прыгает, дает неплохую арену в ФНа, и ФНа не убивает. Да. Попытка, как говорится, nice try. А, тут Nightmare, короче, дает Лил, а в это время Заяц кидает связку, и в итоге Сёма не получает связку. Где-то Резоль там умер вообще в миде, что его Space соло зарезал. Это как вообще? Хотя он душит на Сларке. Смотрите, что делает гений. Гений на Сларке просто хавает двух коров, сейчас чуть не в соло, но... ПКБшка Рейбл спасает, ладно, он уходит на Батрайдере. Но это же просто какое-то издевательство над героями. Так вот просто душит их на своем Сларке. Лил все еще без финсгрипа, 20 секунд. 13 тысяч перевес. Ну стыдно, стыдно такую игру, если честно, Халам играть. Я не знаю, почему они до сих пор не сдались. Надеются на какой-то камбэк. Но что они здесь могут ловить на этой карте, я даже не представляю. У них камбэк потенциала просто ноль. Ну, с каким-то батрайдером ловить, убивать. Опять же, есть глобал. Все это глобал контрит. Все попытки убить героя закрываются просто Сёмой. И ни Сларка, ни Вейтспирита они забрать не смогут. А Тайтхантера уж тем более. И без глобала, я думаю, они не пробьют пока что. Да, теперь я понимаю, почему такие кайфы были. 1.7 на Unique в серии пока что очень хорошо выглядит. Учитывая то, насколько плохо играют Ашеры, Заяц подставился. Бигнин его переехал. Паунс даже не нужен. И так даблкил делает спейс на Сларке. Заяц. Минус Т2 в миде. Сейчас будет 15 тысяч преимущества на 19 минуте. Hellraisers продолжают пытаться играть в доту. Я могу это так пока что назвать. По-другому это не назовешь. Попытки играть в доту не иначе. Да уж, не ожидал я такой игры от Ашер. Честно, ну... Что поделать? Еще будут лесенки? Да, конечно, Фипи. Я уже в телегу скинул. Первая лесенка после падения полетела уже на Team Unique в серии. Ждем исход первой ставочки. Хочу как вчера до 4-х дойти, и норм.
Ну, не знаю, получится ли. У меня такое очень редко получается. Вчера прям реально крутой был день. Лесенка до 4К. Ну, типа, сотки сделать 4000, это почти нереально. И такое раз на 100 лесенок получается сделать. Так что не знаю, когда у меня еще раз получится, так, но я буду очень стараться. Конечно, печально, что... Ой-ой-ой, здесь поймали Пангольера, Глобал есть. Опять же, классный ревеш по всем. Покатился Пангольер, убили Пэлла, убили Лила, и это ГГ. 20 минут ровно, Hellraiser сдаются. Наигрались. Никого не убили, и просто ливают из игры. Так вот, насчет ставочек, мне кажется, сейчас в лайве намного проще ставить стало на Бетси. Плюс, вроде как, я в патче более-менее разобрался, поэтому я постараюсь в лайве делать. У меня классная статистика в лайве. У меня за последние, там, 20 ставок, наверное, винрейт в лайве процентов 70. Может, даже больше. Ну, короче, я выиграл в лайве сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь подряд. Потом одну проиграл, одну выиграл. Вот, И единственное, что вот такие матчи, которые я стримлю с задержкой 15 минут, в лайве ставить нереально дискомфортно. То есть мне придется смотреть спойлеры пиков, спойлеры графиков, а потом смотреть эти пики снова, сидеть АФК. Ну, блин, это как-то грустно. Поэтому я не знаю, что делать с этими ставками в лайве. Вот сейчас, допустим, в лайве коэффициент на Unique 1.32, и, скорее всего, уже пики есть. Ну, на эту серию я поставил прематчем. Ладно, я поймал КФ 1.7, мне повезло, типа. Я прочитал, что юники будут ебать, наверное. Вот, но как делать с другими матчами, которые будут плюс-минус равные? На этом турнире из интересного играют бейты, то есть команда Даньки. Играют ашеры, которые пока что выглядят как боты, просто максимальные. Играют имперцы. Вот, имперцев я бы постримил. Вот завтра играю, кстати, Empire Unique 15.00. Возможно, их постримлю. Ашер Spider Peaks 21.00, но, наверное, уже в свою днюху в 9 часов вечера я не буду стримить их. А вот Unique Empire, возможно, залечу. И Данька завтра играет против команды QWERTY. Это кто вообще такие? Ну, какие-то нонеймы там. Наверное, вряд ли я их буду стримить. В общем, пока такое себе. Это D2CL. А особо-то и нечего больше стримить. Пока Лига выходные, придется смотреть D2CL. А Лига начнется через 3 дня. С 3 сентября уже матч IG Magma, Royal Navy Up Elephant. Потом 4 числа Aster Vichy. Ну и финал 5 числа. Best of 5. Самый крутой будет, я думаю, матч. Крутой день. 5 сентября. В час дня, ребятки, всех жду на Айлиге. Вот. Ну, пока смотрим D2CL. Первая карта. Очень легко забрали Unique. 1-0. FN на Вейспирите. Красавчик. А вот Резоль на ПЛе это что-то невообразимо хуевое. Пока Резоль не может никак камбэкнуть на свою любимую первую позицию по игре. Вообще он не собран, не так, как надо, исполняет. Промич, да, скину в конце стрима промик один еще. Сегодня еще ставки будут? Да, наверное, нет, уже не на что ставить особо. Там Unique против F5 будут играть, но это совсем легкое для Unique, по идее, там будет КФ маленький. Можно будет снова лестника, конечно, загрузить, я подумаю. Но стримить я точно не буду. Следующий матч. Вот. Только на Unique Hellraiser залетел. Помощь нужна? Ну, залетай. Правда, у нас дилей 15 минут. Ты хочешь, можешь залететь. Тут мемная игра. Hellraiser против Unique. Петушара против Паши. Ты расскажешь мне, как они там в пабликах себя ведут. Давай, заходи в дис. А чё, ты стримишь, не? Алло. Алло. Здорово. Чё, ты там стримишь или нет? Да такое, ну балуюсь. Привет, Twitch. Как дела? Как вы там на Твиче без меня? Да, нормально все. Так, вот. Мы грузимся, короче, наш Реник. Бля, ну 15 минут это здесь. Ну да, что делать. Не, на самом деле, если не думать, что это дилей, то вообще пофиг. То есть, если не, там да, ставки понятно. Лайве не надо делать, то я вот, когда абстрагируюсь, я прям кайфую от дотки. Забиваем. Да, мне тоже на это похуй. Единственная вот. Проблема, что ты видишь, типа, игру в лайве, ну, в том плане, в доте, жмешь, угу. И ты, блядь, ну, смотришь на этот экран 15 минут. Ну, это да. Да, здесь, да. Да не забанят, его не забанят, не переживайте.
Нет, там можно любого чела забанить даже с нулем зрителей просто, ну, если постараться. Да. Это же понятно. Ты посмотрел первую карту хотя бы немножко, не? Не, я охуерил на 3000. И как там на 3000, интересно? Да, на бойне с метеором антимага засолил. Два раза. Хорош. Почему? На пятерке на 3К играл, да? Да. Ну я же Sony в поте. Это тебе на Твиче пишут? Да. Ну, потому что, блядь, ну, изучает новую платформу, изучал. Да. Ну, прикольно, что ТикТоки — это норм тема. Просто но надоело чуть-чуть. Я же вообще их, типа, не смотрел. Ну, в смысле, приложения не было на компе, ну, и на телефоне. Я там иногда что-то скидывали, я мог посмотреть. И, типа, у меня не было такой зависимости от ТикТока. И потом по работе, типа, сказали, как ты думаешь, кто там, типа... Вообще ТикТоки разрывает, там еще типа спортивную херню, можно кого притянуть за уши. Я говорю, ну я ТикТок не смотрю, типа, но скачаю. Я скачал его месяц назад, так ни разу еще не зашел. Я понял. А что, вы хотите ТикТок сделать для Украинской Федерации Гиберспорта или зачем? Да не, ну просто посмотреть, что там, чем молодежь смотрит. Мне скинули кого-то там чела, у которого там что-то 60 тысяч подписчиков, понял? Какой-то школьник 15-летний. И он там что-то просто мат-перемат, 4 видоса, понял? И смотрит, блядь, лайк, вот в рекомендации залетает. Ну да. Контент. Фу. Так. 1.45 на Unique Live пока что. Ну блин, если честно, Ашер играют как боты, я не понимаю почему. Вот ты в паблике с кем попадался из Ашера в последнее время? Они в паблике так тоже хуёво играют? Смотри, так, там... ну Зайцем играл, Зайц с Золем ни разу не попался. Паша тройка, с Пашей играл? Паша и немножко играл, но Паша там вообще под пивом, по-моему, хуярит. Ну, он сейчас, по-моему, на турике тоже под пивом хуярит. С Лилом не играл. Ну, Лил... Кто там, Рейбл, да, в миде? Да, Рейбл в миде. С Рейблом немного поиграл. Ну, Рейбл вроде неплохо, да? Кажется, ну, он Рейбл, уже замотивирован. Да, Паба-траха, типа. Паба-траха, да. Блин, а я вот увидел впервые этого чела в Керри Юник, Спейс. Ты должен его знать, он топ-5 игрок Европы, да, что знаю, за чел. А что это вообще? Я очень давно знаю. Ну, опять же, был пабером, у Team Unique была, не знаю, как это назвать правильно. А, вторая команда, Farm Club, да, я видел, что он играл там. Ну, он не совсем Farm Club, типа, но... Типа, просто да, академия. Я понял, академия. Челы, да, просто понял. Сами по себе собрались без знакомых, там неплохие опенквалы попроходили, их подписали. Да просто типа, Kid Space, это они знакомые, хочешь сказать? Конечно, да, это они все в одной тусовке. Там пранкер Антоха, который потом тренером их стал. То есть они все малые, я так понимаю, да? Сейчас я найду ну, это в друзьях не, у Глеба. Не ну, Глебу малые. 17 лет, а этому у Спейса сколько? Наверное, что-то тоже честно, дети. Но они все, типа, от 17 до 23, типа. Ну, там молдов прям нет. Чекну. Не помню, кто там еще у них на 3 был. А, с Пижоном они вроде нормально. Пижон, да, Пижон на тройке. А что за Пижон, где он сейчас? Нигде. Сидит по. Что-то я его нигде не видел. Ну, он последний раз светился в экстремум на тесте. Угу. А, он в ханах играет. В ханах. А, ханы. Кто там еще на 4, я уже забыл. Там Лашкес, по-моему, играл на 4. Да, Лашкес и Кикет на пятерке. Ну, Кикет это пришел, когда Антоху поменяли и поставили на тренера Антоха. Ага. Понял. И, типа, так что, ну, про этого Спейса? Он топ-5 игрок, ну, это же вообще жестко. Ну, это 11 тысяч. Да? Но он жестко играет доту. Угу. То есть пабер он типа как Резоль, да, грубо говоря? Ой, не Резоль, господи, а Рамзес. Как Рамзес в паблике. Ну, не, Рамзес хуже сейчас на карьере играть, чем Спейс. Даже так. Так, сейчас я смотрю у Глеба, по идее, этот человек должен быть в друзьях. Хотел бы добавить Пучин. Артем Голубев. У него Артем один только, Сулатов. Ты где, в ВК ищешь? Да, в ВК у Глеба ищу. Этого, бля, у Проскида. Ему до 23, и там, скорее всего, Гулевский какой-то никнейм написан. Или измененная фамилия. Ну, ладно, забей туда. Так я даже по имени не могу найти. Забей, короче. Просто у него вообще нет инфы нигде. Ни на Википедии странички, ничего. Этот Space вроде топ-5 игрок Европы, а о нем вообще никакой инфы. Ноль. Да. Так, по-моему, чел топ-2 брал? Или что такое? Ханша, типа, европеец. А, Ханша, да. Сейчас где играет в каком-то составчике? Я уже не европейском. Помню. Может, мне кажется, Педер Пикс наиграл. Не-не-не, какой-то более-менее нормальный. Оп, подгрузились. И сейчас пойдем смотреть. Можно сказать, что он где-то в нормальной арке играл, да? Ну, полунормальный, там что-то типа. Не, ну я понял. Не трешовое. Сейчас я найду. Какой турик они играли?
ESL Квалы должны были играть, а не... Возможно, в Ханах? А, в Крипвейв, вот, в Крипвейв он играл. С Амарзефакером, Чувашем, Кристаллисом. Ну, одну карту взяли. Так, ладно, похуй, кто-то по драфтам. Найсталкер МК, Котел Омнинайт. Ну, кстати, Котел Омнинайт — это герой, который взаимосвещаем. Ну, типа, надо пикать или одного, или второго, или баню создаю. А, подожди, это пятерка Пангалер, скорее всего. Пятерка? Не, они только что играли с четверкой. Ну, хотя, возможно, ну, типа, пятерка. Саб-панга. Да, да, да. Петушара, типа, не особо, да, на Пангалере он. Подписался на него на Твиче, и он говорит, сейчас панга — это больше саб, а не кор. Даже так? Поэтому я думаю, что ему впад будет. Ну да, учитывая то, что они прошлую карту так играли. Опять Бетик появляется. На прошлой карте Рейбл играл на медовом трайдере. Андайнга возьмет себе зайца или не возьмет? Ух-ух-ух, ну может быть вспомнит. Вспомнит. Белочка? Месяц. Прикольно было. Ух, еба. Ну, Юник же вообще пикает. Так они и вторую карту подряд берут с Ларка в Бэтрайдера, и вторую карту сейчас будут его ебать. На любой, на любой линии. То есть, если Бэтик пойдет в оффлейн, то он будет выебан с Ларком. Если Бэтик пойдет в мид, вообще они, короче, как сделали. У них был White Spirit и Сларк, коры, на прошлой карте. Сларка они поставили в мид против Бэтрайдера, а Вайда в легкую с Сайленсером против, против этого... За... Паши на Марсе, они и они Пашу просто отхуярили. Да, да, линиями, линиями. То есть, Space пошел на Сларке в мид, а Фэнд бот на... На войде, и они отхуярили Марса линией Silencer плюс Void. Так вот. Поэтому, блин, опять Hellraiser что-то сливают пик, хотя это, возможно, будет пятерка Бетик. И тогда... Зачем она здесь нужна вообще? Пятерка Бетрайда. Это что-то странное. Типа хочется какой-то контроль а-ля Виверна Бэйн добрать в Эспанга. Есть еще Грим. Потенциально. Они брали Бэйна на прошлой карте, но Лил, откровенно говоря, на Бэйне вообще нихуя не сделал. О, видишь, они уже банят Сайленсера, потому что он им всю игру ломал прошлую. И, возможно, снова возьмут Бэйна. Блин, это как-то слабо. Пятерка Бэйн. Ну, они банят по сейву, видишь. Они банят по сейву на тот случай, если Бэтрайдер все-таки стоит с Ларка. Угу. Ну да, Бадон, Сайленсер, Омник, все в бане. Интересно. Ты по сейву, возможно, а дальше... кто вообще Шером пикает? У них как... Ты не знаешь, у них Заяц, что ли, капитан, и он пикает? Или у них есть тренер какой-то? У них же есть тренер. Этот, кто у них тренер? Блять, я забыл. А, есть, да, The Heartless King, да, Heartless King. А, он Team Spirit, да, раньше тренировал? А, он дохуя кого тренировал, на самом деле. Максим Фадеев этот. Блин, ему уже 32 года. Да, мог и Вендиго тренировать со мной. Даже так. В составе. Team Spirit, Espada, Old But Gold, Team Spirit, вот Positive Guys, Hellraiser. Поехал на Минор с Old But Gold, и потом заезжал в Днепр на буткемп к нам. И как тебе этот чувак? Ты с ним знаком, типа, да? Ну, так, я его видел 2 или 3 раза, типа, он в арене должен был быть тренером, типа, Виндиго. Он прям, типа, тимлидер или как? Или как аналитик, как он работает? Не, он больше аналитик. Типа, я вообще не стал говорить, чем играть, что пикать. Типа, чё, который в цифрах там разбирается очень много и тому подобное. Понял. То есть, из вот этой всё статой. Окей. Ну, судя по первой карте, то, что он удрафтил... Хуёвенько он в цифрах разбирается, если это он, ну, драфтил. Ну, там за драфты должны отвечать Резоль, этот Heartless King, по идее, Заяц. Ну да, да, потому логично. Что Паша в интервью когда-то говорил, что он вообще не любитель драфтить, он может быть как серый кардинал, типа, понял, что идея вкидывает, но за них не отвечает. Это я помню, да, вот. Тоже было. Рейбл точно за драфт не может отвечать, типа, он может только свой HR назвать, ну и Лил тоже. У Лила, да, по-моему, очень мало опыта драфта. Соглы. А Заяц как-никак соло и сидел драфтил там потом. Что-то ты должен понимать. Да, сейчас еще одного героя Халы должен забанить, что им не понравилось на прошлой карте. Их там закрыл White Spirit, они его не забанили до сих пор. Может быть, побояться White Spirit от FN. Ну, я бы, если честно, забанил нахуй Дарсира, потому что я представляю, что будет в топе, если будет Дарсира. Сларк под Сержом тоже. Ну да, да, сильно. Точка DS. А Петушара играет на DS много? Что-то я не помню. Нет, его на DS. Его больше пул героев, типа это что, Sin King, Марс. Ну, танки, да. Я да. Знаю. Тайдхантер, Марс, ДК, Тимбер. Угу. А ему, кстати, вообще ничего не... Вот, Тайда забанили Петушаря. И Хэлла берут себе Shadow Demon в этот раз. Зачем Shadow здесь? Кого он будет? Возможно, они контрить? Хотят поставить его на 4 и стакать рой. Сларк опять придет, зафармит все. Как это было на прошлой карте. Там этот Заяц настакал на VR-ке Бэтрайдеру. 3 стака или 4 стака больших.
Парк пришел, все зафармил за минуту. Нужно это дело контролить. Так, а что это до 20-го правильно? Да, да. Что будут Юник придумывать сейчас против этого Shadow Demon'а? И берут себе... Опять Вайда. Вообще ничего не меняется, пики у Юник, пока вторую карту подряд они пикают то же самое. А, за 20 отхуерили? Да, да, за 20, я же говорю, там вынос вообще без шансов. Резоль подыхал на линии против Тайдхантера, на ПЛ. Там Бэтрайдер вообще ничего с Ларку не сделал. Посмотри на пик, ну это же вообще ужас какой-то. Вообще, ну это... Что это такое? ВР-ка, Марс? ВР-ка, Бэйн. ВР-ка, Бэйн, Марс, да. Я тоже не понимаю, как Бэйн, можно брать. Бэйн, ПЛ, ну лайны хайповые. Там еще был такой момент. Они что-то напали на Бигнума. Этот Лил дает Найтмэр, а Зайс туда связку ВР-ки. И просто ничего не залетает, и он спит, стоит. Короче, ну мемно, они нажимают кнопки. Опять там нажали арену, нажали финсгрип в этого пангольера. Просто жмется глобал, и пангольер выкатывается. Хотя это вообще был четверка пангольера, они нажали у него все ультимейты. Его спас сайленсер просто. Ну, то есть игра была нереально тильтовая для шеров. Сейчас дизраптор на пятерке вместо сайленсера. Ну, кстати, дизраптор хорош. Никто не уйдет, никто не убежит против Дизрика. Будут закрывать Бэтрайдера. Кинетик Фил уже закрывает бета, я правильно понимаю? Угу. Он же никак... Все закрывает. Никак арена Марса работает. Да, да, да. Это было бы слишком бомбово, да. Выглядит менее массивно, зато, блядь, работает лучше. Эффективнее, да. Магия сильнее физики в доте. Так. Главное не физика, а характер. Главное не знаю, длина волшебной палочки, да, умение ею пользоваться. Да, да. А Шерам что надо пикать? Они пикают Луну. А, Луна ШД, да, типа такая комба. Угу. Ну, интересная комба. Если ты тянут хотя бы до минут 35, то поиграть можно даже в доте нормально. Ну, проблема в том, что Луну здесь по темпу ебет Пангольер Вейт Спирит, вообще нереально. Плюс еще Сларк тоже прыгает, ее хавает. И Дизраптор жизни не дает. Вообще сложно на Луне играть. Есть, конечно, подсейв. Если на нее нападут, то есть типа Shadow Demon за спиной, может там дать себя пряталочку, да? Дизрапшн. Я тебе говорю, это будет Дарксир. Last Pick Дарксир для Юник, да, думаешь, Шафлейн? Ага. Против Луны, ну, да, логично. Они обязаны банить на Шерах, потому что если они не банят, то там... Стенка. Они забанили Вайпера в этот, в кинетик. Ну да, да. Кстати, комба таких Virtus Pro 2017 года. Из Raptor Дарксир. Не помню, Вайспирита тогда еще не было вроде? Или был? Забанили Дарксир. Да, хороши, хороши, Шер. Хоть чуть-чуть понимаю, да, что нужно банить. Бля, так пупил шар и весь перебанил. А ну весь. Что, на Марсе? Почему весь? На Марсе можно, но впадло. Против Луны и Шаде на ком он захочет? Под Пангольера, да? У него суппорт Пангольер? С Пангольером. Что, Сэндкинг может какой-то? А, как может на Пугне? А, Брюмастер. Все попроще. Проще. Брюмастер с... Ну, теперь своими... точно непонятно, как драться с Ашером. Духами. Да, духов пока нечем убивать. Нечем их душить. А контроль у Ашер вообще будет появляться в игре? Потому что я пока не вижу контроля. А, вот и контроль, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой. Пашка на СК. Нереальное говно. Смотри, Луна сейчас не особо в мете, да? Типа она слабее Сларка явно. Плюс Сэндкинг ничего Сларку не делает. Как вообще Сларка убивать непонятно в этой игре? Не, он стоит против Shadow Demon и Сэндкинга, правильно? А, есть, конечно, прикол такой, что сейчас стаки Shadow Demon не снимаются Darkpack там давно уже. Mm-hmm. Это mm-hmm. такой мини-контрпик, да, получается? Если у нас стакает 5-6 стаков. И не спуржить Disruption. И Disruption, ну это понятно, да. Ну, Disruption можно просто спрятаться. А вот от стаков не спрячешься, от стаков яда. И чем еще можно здесь Сларка убивать? Лассо вряд ли, связка, подвинка, подкоп. Блин, контроля очень мало на этого Сларка. Просто за эпицентр стан и ульхудвинку убивать. Ну да, да, такой комбой. Под сейва особо нету, Юник. Они, откровенно говоря, сливают линии сразу же по крипстату у Hellraiser's. Я не понимаю, почему, но они бьют крипов намного хуже. При том, что у них герои были на прошлой карте, ну, неплохие по лайнам. Там Марс, типовый спирит, они боятся на линии. Но при этом он ему в хламище слил крипстат. Опять же, Тайдхантерс там Паэла задушил. В этой игре что будет? Медовый, получается, White Spirit против... А нет, опять будет медовый Сларк, наверное. Они опять свапнутся. И у нас будет медовый Сларк против Бэтрайдера.
и керри, ну, типа, легкая линия Vice Spirit против СК. И опять, по идее, то же самое нас ждет. Full free farm герои для Team Unique. Сейчас посмотрим на линии, как они пойдут. Ну, Резор на мейне в паблике с 20 числа не играл на луне. Может, на хорошем, конечно. Так наши сейчас не в мете, никто не пикает, а тут что-то решили взять. Хотя тундра вроде нормально с луной бахают, но у них пятерка Найтсталкер, очень сильная комба. Здесь пятерка белочка получается. Угу. А он реально будет стоять с ботинком на линии, правильно я понимаю? Ну то есть да. С луной. Или может быть они свапнутся, пойдет белка СК. Кто знает. А что за метовый закуп сейчас на всех оффлейнерах брастеры покупают? Ох, нихера себе, по четверым связка. Лол. Очень больно сейчас будет юником. Сёма уже, походу, умер. Да, бля, Сёма, ты что делал? А, или это байт, подожди, это байт. Паша, три Паша стака. Выйдет, ну все, нормально, да. Сёма закрылись, Сёма умер. Все, он умер. Пять стаков. ПБМ. Стих не вжал. Да, мог бы спастись. Какой-то странный выход от юник. На прошлой карте точно так же странно ашеры начали фидить, а тут юник отвечает. Так, сейчас подвяжут ему. Ой, хорош. Прыгнул. Ну, кстати, очень сильно зарешало то, что луна это пассивка, а не бим. Там сокор он пораздавал. Спейс 6 стиков уже имеет. Нормально. Так он мид пойдет, да, он реально пойдет мид на сларке. И снова будет ебашить Рейбла. Руну у него украл, уже вкачал пассивочку. 2-2 в этот раз по рунам и ФБ для Hellraiders. Уже начало лучше, чем на прошлой карте, потому что на прошлой карте они отдали ФБ на Лиле. И еще и одну руну забрали, то есть приятнее уже старт вроде бы. В топе у нас снова линия четверка Панга, но в этот раз у него не Тайтхантер, а Брюмастер оффлейнер. Уже пошел Бигнум драться, 1 vs 2. По-моему, здесь будет сейчас больно. Бигнум. Не умрет вообще? Пока что живет. Должен. Минус фласка, минус фласка. Ой-ой-ой. Тычку Лил не успевает выдать. Ангусики для петушара. Бигнум где-то забрал. Курьер лично. Звучит так, как будто такая доставка. Так, ну. Блин, а сколько Резор уже на керри играет? Месяц? Пабликах. Ну, примерно. И как, ты с ним не попадался еще? Не разу. То есть он мало играет? Ну, видел, что у него там успехи такие были, что он 10 лузов и потом 10 побед. Ну, опять то же самое в мини, тут, я думаю, ничего не будет по-другому происходить. Точно так же Space выиграет линию, по крипстату уничтожит этого Бэтрайдера и потом пойдет убивать по карте героев. С Хасабри и диффузами. Внизу уже заяц без маны остался. Есть у него, правда, стики, кларетка, мангусик. Но нападают на Пашу. И Паша что, опять свидит? Паша. Пока терпит. У него еще есть подкоп. Его закрывает здорово Сёма. ФН начинает пробивать. И Пашка уходит. Уходит. За счет фласки сейчас вернется. Так вот, насчет брастера хотел у тебя спросить. Сейчас все оффлейнеры брастеры покупают практически. В чем метовость этого артефакта? Ну, честно, я сами так не понимаю, типа, он мне не очень это нравится, как и тем. Я слышал и Гостик, и этот, и генерал его хайпят, и вот я вижу, Паша тоже закупает. А Петушара нет, Петушара и на Тайде, и на Брюмастере берет топор. Он прям по старым схемам. Ой-ой-ой, встречу Бигнум в топе делает, по-моему, сейчас Лила убьет, хотя есть бимчик. Фласка, забайзили Бигнума, красиво развели сейчас его, очень красиво. Минус Панга. Хорош Лил. Не, Лил пока мне нравится. Он и на прошлой карте на Бэйне пытался тоже максимально выжить все с линии. Но у него на Резоле руинер. Там чел с 20 стиками просто умирал и не нажимал их. Поэтому сложно что-то выжать с такой линии, где у тебя кор немножко отсталый. Или как сказать? Не успевающий? Не успевающий, да, нажать кнопочку. Вот, как-то так. А, вот, собственно, да. Погибает Резоль. Помогите. Качал третий спел на брюшке, это сильно. Такого никогда не видишь. Пробил без клэпа, да, даже? Угу. А зачем, типа, тут пиво поджигает Панга, да, прыжком своим, поэтому да. Ему не особо клэп нужен. И замедление и так ёбнутое с шелдкраша плюс Лавров Фенома, поэтому логично, да, что Брюмастер Тандерклэп не взял. Там что, 90 урона всего лишь, да?
А Drunken Brawler он уже получает сколько? Крит на 145? По идее, это пожестче. Ну, да? Это примерно столько же. 90 урона, но если сделать пару тысяч. Ну, если пару тысяч, да, то будет. Под замедлением, я думаю, он там тычки 2-3 выдал. Как минимум. А там же шанс сколько? 24% всего? Что-то мало, слушай. Он, по сути, мог даже и не критануть. Да? Мог. Ну, сейчас посмотрим. Тогда в чем смысл этого броулера вместо клэпа? Если он дает урона столько же. Ну и при этом... Тот же еще минимальный, конечно. По-моему, Лил опять умер, сгорел, да? Лил. У него ботинок. Да, тут легко с баклами его добивает Бигну. Ой, на топе опять провалились HellRaisers. По фарму 15 крипов у Резоля. И 20-очка уже у Брюмастера. Так он опять умер, смотри, на Резоле. Ну или как минимум минус пол ебала получит сейчас. Урна уже у Брюмастера. Минус пол хп у Резоля. Он не может подойти спокойно. Блин, крутая линия на самом деле. Брюмастер и Панга, да? Спейс проебал мид. Ого, это как так? А откуда 35 крипов у Рейбла? Нифига себе, он раскликался с прошлой карты. Он вообще жрал дерьмо на прошлой. Маленький просто не заблочили из-за этого там подфармил. Может быть. Firefly, да, зафармил маленький. Ну да, крипов как-то слишком дофига. Я думаю, там был просто маленький кемп, вот этот, вот там, где 5 крипов, поэтому у него так много. Хотя не, по Нетворсу тоже преимущество 200 голды. Хорош Рейбл. В этот раз выигрывает линию у Сларка. Ну, Сларка он, конечно, не убьет. Но по крипстату, по Нетворсу его обгоняет, молодец. Пашка на Сент-Кинге. 22 крипа против 26 у Афена. Паша сейчас много зафармит, по идее. Отлично. Первый Синдшторм, правда, в двоечку взял Бару Страйк. Нападение на Зайца. Да, Заяц тут может умереть, но подставляется здорово Паша, доджит ремнантик. И Зайца пока не добили, нужно еще мана Афену, его подкапывают, и Заяц уходит живым из этой ситуации. Что там в миде у Луны? Ой, в топе, точнее, у Луны ставится пауза. Сконнектится Батрухин. Что-то паузы у Ашеров постоянно. И в прошлой карте были и сейчас. Видимо, какие-то неполадки. Мы съехали с буткемпа. Они, наверное, что на буткемпе, да, сидят сейчас? Хотя какой им смысл на буткемпе? Честно, не знаю. Наверное, по домам. Скорее всего, по домам. Наверное. Они ж никуда не прошли, играют только до 2CL. Какой смысл им буткемп собирать? Я думаю, Резоль в Киеве сейчас сидит где-то там в комфорт-тауне, остальные тоже по домам. Помогите, помогите, помогите. Ну, поэтому, конечно, колу от Бигнома по прошлой карте была примерно так же ситуация. Все, что могли HellRaisers спросить в игре, это помогите. Ну, в этот раз все лучше, на самом деле. Уже не так сильно фидит Резоль. Хотя Нетворс у него, откровенно говоря, шестой пока что ужасный. Но зато Рейбл на темпе. У Рейбла сейчас будет быстрый Boots of Travel и начнет движуху наводить по карте. За счет него можно будет разогнаться и наспейсить Луне, да, типа фармить. В этот раз уже у Ашер есть шансики зацепиться за эту карту, я думаю. Хотя бы линии они не сливают в ноль. Что ты там, как в пабликах вообще, Виталя? Как дела? Понемногу. 9K еще не слил? Ну, я сливал, вчера вернул. Хорош. Я видел там, то есть Даньке попадался, точнее, против Даньки. У него там 600 ранг уже, это ж мейн его, да? Да. Это он так слил? А он его апал куда-то? У него вроде было побольше, не? Я не знаю, я не слежу, честно. Не фанат, не слежу. Угу. Но вчера ему кто-то нормально так ударил в голову. Когда у него спиздили роли, и он пошел. Да, всегда на игре. По кайфу. Блин, я вот не знаю, у меня сейчас такие странные паблики. Такое ощущение, будто Габен мне просто возвращает ПТС. То есть я, по сути, играю, ну, под пиво, максимально под пиво. Да, я делаю там какие-то мувы на опыте, скажем так. То, что я уже научился за это время делать. Но по факту я вообще не потею. Я сижу, жму жетоны просто, и за 2 дня или за 3 дня я апнул 300 ПТС. Я не знаю, как это работает. У меня было 6, уже 6... 6 350 там или 6 400 почти.
То есть я вообще нихера не делаю и выигрываю в доту. У меня же было 6500 на пике, помнишь? И это, типа, я слил там же дохерища ПТС. И сейчас как будто мне Габен просто тупо возвращает мои слитые ПТСы. Мне кидает нормальных тиммейтов, у меня нормальные коры, нормальные мидеры. Ну, не каждую игру, конечно, но, типа, там, одна из четырех игр может быть руинер только. Очень странно. Мне аж реально, мне страшно играть дальше, потому что мне кажется, что скоро эта лафа закончится, и у меня будет лустрик игр 40. Просто, ну, когда-то же это должно закончиться. Такое везение. Кто первый был? По-моему, Петушару сейчас задушит, у него нет шестого. Правда, классно прыгает Бигнум, всех замедляет. И Бигнум отдается. Хотя, стоп, а у Резоля что с ХП произошло? Он выжил, ладно. Третье пиво попало в лицо. Фу, больно, была больно. Была бы урна, он бы умер. Не повезло ему. Так, ну пока все неплохо. Вашер, на самом деле, уже Луна по нетворсу вырывается. Топ-5, топ-4. Если еще пофармить, то топ-3 будет. Уйдет в лес, я думаю, скоро уже Резоль. У него масочка есть. Ой, сейчас может умереть, кстати, Резоль. Поджигают его. Классная связка от Лила, и это спасает ситуацию. Кстати, а почему у Луны нет стиков на такой линии? Как тебе вообще? Это нормально, что она против таких спамеров не покупает стики? Вообще непонятно. Вообще мне тоже непонятно. Мне непонятно. Он, конечно, уходит уже в лес, они ему тут не нужны, но он очень много восстановил бы себе на линии, если бы были стики. И вот так спамили там перед этим. Что, наконец-то у Петушары появляется, теперь его загангать нереально. Что там из дизейблов? Лассо, подкоп. Слабенький я дизейблу Ашер пока. Снизу Паша под вышкой может убить ФНа. 4 стака, 5 стаков. Это минус для Зайца, ух ты. Вот так вот легко забирают ФНа здесь. Ну и получается уже косарь перефарм для Ашер. Сейчас убьют еще. А не, нет, маны на стан эпицентр. Так, ладно, снизу еще ситуация не закончилась, но смотри, что делает Сларк в топе. Он находит Луну на хосте, начинает ее хавать. Четвертый левел Дарк Пакт, Пейс тут уже заметил ТП-шку Лила и убежал. Все, мы все-таки убили снизу, да? Где-то накопил маны Паша на подкоп. И добивает еще и Сёбу. Ну, слушай, бот выиграли, мид выиграли. Пока неплохо, неплохо, Ашер. В бот летит Рейбл на тревелах. Будут пытаться снова убивать Афена. Лассо 3 секунды. Сейчас Лассо может сильно пострадать Афен. Наконец-то апает 6. И он не взял себе пока Астралстеп. Но вот сейчас качает. И он не успеет его нажать, мне кажется, да? Угу. Это больно. Это очень больно. Пушка в топе, правда, забирает Юник. И что у нас по ситуации на карте? Ну, Бэтик сейчас нереально быстро разгоняется, да? Он будет бегать по карте, делать фраги. Конечно, кулдаун лассо огромный. 2 минуты. Но он и без него нормально так напрягает за счет флеймбрейка. Сларкинсон. Обливиан став, скоро сабля. Что думаешь, по какому сценарию должны играть здесь Юник? У них лайт потенциал, по-моему, слабее. Там же Луна. Там же что-то демоны. Ну, драки сейчас, пока ролл появится, и сейчас брюшка под мид должно выйти. Ну, им нужно темповать, правильно я понимаю? Идти реализовывать конечно ультимейт и душить. Душить Бетика, душить Луну, потому что разгон у Бетика уже бешеный. 4800. Луну тоже ночью тоже ставить. Луну только днем выходить с макет пытаться ставить. По-другому вообще никак. Панга вот сейчас с книги, я думаю, 6 апнет. Потому что у Слайера уже есть шестой. Шара... Мидас хочет взять, да? Смотри. То есть он реально хочет в лейт выходить против Луны. Он не боится, что она просто его иллюзия, его клоны будет убивать одним бима в лейте. Зачем выходить в лейт против Луны? Странно. Не, просто надеюсь, то, что он заюлит ее, и она вообще не идет. А, ну разве что так. ФН, потратили на него демоник пурш, вообще в никуда, по сути, выкинул Лилу, Заяц этот пурш, точнее. Ну все, мой курьер упал. Рейбл его где-то там убил. Четвером собрались дефать Т1 вышку в миде Hellraisers, и тут рядом еще Луна фармит. 8 уровень уже у Луны. Кстати, по темпу пока ФН очень сильно просел, он бот-линию слил в хламище. Если на прошлой карте у него был 5 сайленсера, и они выебали Марса, то здесь у него 5 дизраптора, и они, ну, грубо говоря, отсосали у Пашки на линии. На Сандкинге он их вынес.
Теперь нужно как-то камбэкать на White Spirit. Яула хочет офенд себе быстро. Прошлую карту они выиграли линию, и он купил себе саблю сразу. Здесь без сабли придется играть. Нам нужен подсейв какой-то. Кола, завтра игра с подписчиками. Я не знаю пока, во сколько завтра вообще подрубать, что делать. Я же завтра днюха, дал постримить. А, сейчас, наверное, в телегу напишу анонс какой-то. Падлу что-ли поделать? Реально падлу. Только, не знаю, пару каток в доту сыграю в пати с подписотой и пойду, наверное, куда-то бухать. Не знаю. Так, ты пока что у нас юники проебали все спылы, которые можно было, кроме ультабрюшки. А куда они ульту дизраптора нажали, я не заметил. Да, ну, в миде в Санкина попытались напасть. Он что сделал? Куда нажал просто и вышел. А, просто вышел. Понятно. Я никогда не любил такой билд на дизрапторе. Просто за лимцом в воде невозможно ни одного героя сходить. Ну да, да. Thunderstrike, по сути, бесполезный сейчас. Никого особо не дамажит. Сейчас Рейбла можно было вернуть, а лимс в один. А ручки коротенькие. Два капитана, ты и Виталий. Да я напишу, пост сделаю в телеге, если наберем хотя бы три команды. Ну или две хотя бы. Поиграем завтра, КВшки. Время назначим там, кому как удобно. Вечером может быть. Изменить нельзя. Ну я подумаю вообще, блин. Звучит, конечно, мега бредовая эта идея. Потому что днем точно все буду заняты, а вечером играть уже как-то впадло. Я, возможно, уже бухущий буду. Уже буду бухать. Или еще не добухаю, не знаю, короче. Так, петушару в топе? У меня пока планов вообще нет никаких на день. На топе Рейбл. Но он его, по-моему, не убивает. Хотя... Лила, возможно. Лила. Нет, тоже. Лила в деревьях уже не убить. Слушай, ну как-то юники пока на этой карте растерянно выглядят. Их просто кайтят по всей карте, а в это время фармит Луна. И есть ощущение, что Луна их закроет просто-напросто с таким фармом. Так, сейчас Спейс находит Луну. Подходит ли Люк? И Спейса тут уже, кстати, будут душить. Ой-ой-ой. У него, правда, поддержка, подъехал Сёма. Ой-ой-ой, как же больно, ебать. Надо было заранее стики, наверное, нажать Спейсу. Но в итоге он убирает вместе с... он умирает вместе с Сёмой. И вообще здесь все пошло по пизде у Юник. Ну, слушай, ну, мне кажется, они уже проиграли эту карту Луне, нет? Такого ощущения. Да, нет. А чё, как камбэкать против такой Луны большой? Они ей вообще ничего не сделали. Все кнопки в драке. Нормально. Ну, да, но там Shadow Demon спасает от этих кнопок. СК уже с худом тоже не особо боится магию. Как-то сложно, пока Юник эту карту проводят. А, 10-й левел у Петушары, скоро у Пашки тоже 10-й на подходе. Блинк у одного, и у Брюмастера что? Худ? Это худ такой поздний? Или... Ну да. А, нет, стоп. Так... Он аганим. Аганим сразу. Понял. Просто худ в квикбай стоит. По приколу. Да, пока что неплохо собрали СШР после первой карты. Рейбл на Бэтрайдере намного уже лучше мидостейл. Хотя по факту линия точно такая же. Сларк, Бэтрайдер, но тут уже разобрался Рейбл получше. И исправили ситуацию с сайленсером. Тот сайленсер слишком сильно мешал Ашерам на первой карте, они его забанили. Пока что за счет этого выигрывают карту. Круто отстояли тоже ботлейн, который на прошлой карте слили. Паша с зайцем. Ой, зайца убивают. Хороший фраг для Фэна. Это плюс 400 практически для него. Ну, наконец-то на мид выходит. На 15-й минуте ночью. А что говоришь про ночь? Что говоришь, говорю про ночь? Что ночь? Что решили под ночь выйти? А, ну на самом деле Паша сейчас могут убить, но у него очень много сопротивления магии. Хотя нет, не спасет. Прикольно, что подкоп не дает. Ох ты, как Лил тут разметил сейчас. Паунс не дает подкоп нажать. Ну, вообще сложно на Сэндкинге против Сларка играть до этого. А Паунс уже 4-го левела. Ну, Юла нужны, по идее, на Сэндкинге, но он купил блинк, я так понял, ой, перед смертью. Петушара. В миде. Очень круто связывает Лил. По двоим петушару сейчас убьет, а Спейс. Пока хавает зайца, но у зайца еще есть чем спрятаться. Вернули Луну куда-то на базу, да, видимо? На бот вернули. Сёма тэп-аут.
Делаю это, вот Бигнум уже умирает. Это даблкил для Рейбла. Там Спейс. Ох, как больно, ебать, 5 стаков залетает, но он уходит. 12 уровень Спейс. Но пока у Сларка все хорошо, с 12 левелом, правда, он Аганим фармит. Как тебе такая сборка на Сларке? Сабля Аганим. Да, супер популярная была. Была, да, но против таких героев это, наверное, вынужденная мера или что? Почему он делает там, например, БКБ или Сенджин Яши против Бэтрайдера? Хочет с позиции силы играть, поэтому они покупают. Типа чейзить, чейзить, чейзить. Подожди. Мне кажется, это скорее позиция очка. Просто убегать на паунсе. Ну, я... Ну, нападать, я убегать, думаю, нападать, убегать. Вот так вот. Ну, это же как бы два паунса, вот в чем прикол. Не, ну да, да. Ты нападаешь, это не так съебался, потом опять напал, опять съебался. Ну, так снизу рейбу. Много фарма для Сларка, он очень быстро до своего аганима доберется. Но у Луны на косарь больше, и у нее уже почти готова манта после Драгонлэнса. Резорт тут стаки нереальные для него, конечно. Заяц подготовил. Круто. А, находит Рейбла, но какой же подкоп и связка по троим. Ебать, идеальный демедж сейчас от Паши залетит. Минус Бигном. Спейс очень больно, он в ульте уходит. ФН, по-моему, отсюда уже не убежит. Рейбл за ним, погоня. Подкоп мимо, но... ФН заканчивается ХП, да, это минус 2. Да, что-то Юник на этой карте, конечно, очень сильно подставляется. Прям видимо, с Саленсер реально проблемой был. Да. Я посмотрю на их нападение, тут реально один глобал и все. Ну да, да. А тут Дизраптор, который вроде как тоже с Саленсом, но ему еще этот Саленс нужно подойти дать. А он не всегда, точнее, он практически никогда не оказывается в нужное время в нужном месте. Ну, пока что, Сёма... начал работать связку. Шедоуна. Ну да, да. Бот запушен сильно уже. Шедо набирает шмотки. 14 левел у Резоля. А что, Аганим дальше будет делать Заяц в этой игре? По идее, Аганим классная шмотка против да, Сларка. Обязан. А, ну и против Сларка его. Форсик, да, надо, да, Форсик нужен. Можно форсик купить его, чтобы потом апнуть его и выезжать из кинетик. Ох, нифига ты придумал. Прикольно. Сларкинсон уже почти с Аганимом, остался только поинт-бустер. Да, 400 голды не хватает ему. Даже меньше. Ох, как много шмоток там Луна выбила с Эншей. Уходит в смоке команда HellRaisers, ага. Хотят в миде подраться или где? Скорее в топе Брюмастера. А они вообще на Рошана, по-моему, идут, нет? Смотри, да Резоль. Нет, Рошана самоубийство. А почему? Да-да-да, ладно. Классен. Идут в топ, там, а там никого ж нет. Есть. Вышку там ломать в топе, просто. Да ну нафиг она нужна, но... Тут у них могут подраться, на самом деле, очень даже неплохо с ультой Брюмастера. Могут, но проблема в том, что сапы Ашера, кажется, раньше поставят вижен. Ну, это тем да. Более Луна еще ночью дает. Да, Луна с мантой. Сейчас нужно пойти забрать в потайную лавку эту манту. Рецепт уже на руках. Резоль взял себе пока бегая с гифтом на силу. У него 1900 хп с ПТ на силу. Такой плотненькой луной пока что себя чувствует Резоль. Но если что, может еще Quicksilver амулет взять на Attack Speed и на Move Speed. Тоже классная Петушара. Шматка. Так, Петушара 12-й апнул, разлетелся. Рейбл забайтил нажать Powerfly. И пока что все, Рейбл улетает. Петушара бежит вперед, никого зацепить не может своим огненным пандочкой. Будет еще один прыгнут. Ой, хороший паунс. Ой-ой, это уже гоним, классно. А, Рейбл сбили ТП или нет? Он просто подставился. Без ТП. Ой-ой-ой-ой, Сларк, что произошло? Его связали, убили за подкоп. Охренеть. Что-то здесь, конечно, с Инжин Яши, наверное, не помешало бы вместо аганима. Петушара тоже сдыхает. Можно писать, парни, его next. Можно писать, да. Луну уже не остановить под шедоу демоном, мне тоже так кажется. Ну, плохо Юника стояли линии, откровенно говоря. По сравнению с прошлой картой, тут намного лучше все у Ашер получилось реализовать. Бетика медового, 5.06 бегает мужик. А, Резоль тоже не так фидил, один раз свой лишь умер. Там на ПЛ его три раза убили, пока он понял, что ему нужно съебаться с той линии. И по игре тоже бегал, умирал здесь. У Резоля великолепная фри-игра. Заспейсил ему Бетик, Сент Кинг и Белочка. Очень круто. Ну и он уже не страдает на Луне с мантой. Кстати, если бы хотели, Ашер могли в рашпид зайти. Потому что Сларк подрался и понял, что ну, шансов ноль раз. Там брюшка без ультимейта. Еще да, могли, могли. Эпицентр есть. Решили просто пофармить побольше. Ну за счет того, что Луна фармит быстрее, чем Сларк. Да и бат быстрее, чем остальные герои. Ну то есть, просто пассивно набирают свои преимущества. Потому что не ожидали только, типа зафармили ее. Что с таким закупом может делать Сларк? С аганимом и с саблей. Набивать стаки на саппорта. Саппорта. Но при этом ты видел, когда он умирает, да? Он умирает за подкоп и связку с... Там даже без эпицентра, по-моему, да, его убили?
Просто разорвалось лицо. Там Эклипс вроде влетел в него, да? Ну, одно что было. Но учитывая, что эпицентр не в КД, Эклипс. Скорее всего, Эклипс, да. Эклипс был. И ульт белочки. То есть желательно Старку все это дело не ловить. Тогда шанс выжить у него появится. Так-то его убивать особо нечем, кроме этого Эклипса и Эпицентра. У нас только два сильных спала у Hellraiders. Рукой, я думаю, Луна его не заковыряет пока. У нее урона не так много. Против Сларка, тем более, если он спрячется. Скади делается спейс дальше. Блин, у нас такой дождь начался жесткий. Скучный пассажир привет передает. Кто? А, скучный? Здорово, здорово. Че, на ютубчик не залетаешь, скучный. Здорово, Zergut. Приветик. Так, Т2 вышка внизу падает у Юник. Блин, а петушара с аганимом, у него два ульта теперь есть. Вроде как можно реализовывать, круто. ФН с чем? ФН с юлами, аганим скоро. Ну, кстати, ФН аганим реально появится минутки через две. Даже быстрее. Хороший айтем билд против Луны. С этим шедевр демона можно просто прыгать с шедевр вырубать в игре. Хотя у него почти 2 кхп, спипел с гифтом. Такой тоже плотненький шедевр. Очень сложно пробить его. Смотрим, миди. Пока бот забирает спокойно ашер без сопротивления, Юник по карте рассредоточились и фармят. Так, вот это вот пол, да, рассредоточились и фармим, ребят. Пока так вот работает. Здесь, кстати, здесь подставился Рейбл, заставили его нажать БКБшку. Ну и теперь так уже рассыпную. Рассыпную. Так его нечем ловить в БКБ. Вообще контроля 0 Юник в этой игре. Почему он БКБ? Не успел нажать теперь? Да, все разбежались от него там. Фанга укатился. Да, мог. Ну ладно. Паша. Блинки ула. Привела дальше. Урила форсик есть против Сларка. Вроде хорошие шмотки у Ашер, чтобы Сларка вообще не чувствовать в этой игре. То есть и ула на Сент-Кинге, переживать паунс. Форстав на... Форстав на белочке. ШДС форстав на тоже будет, да? Пока почти сейчас у Зайца можно на руках. В боте смотреть, как бот Т3 падает. Медан уверен. Иллюзиями да, Луны? Бегут дефить. Бегут дефить уже заранее. Серьезно? Идут дефать от иллюзии Луны? А, так они быстро пропадают, пол. По ними вообще пошел в ну, так фармить. Это... Да, это манта была, а так бы эти иллюзии могли еще 5 секунд бить. Понял. Сегодняшний стрим плавно перейдет праздничный? Да не, сегодня недолго. Сегодня на одну серию всего лишь подрубаю. И пойду отдыхать. Надо, кажется, очень в паблике жать. Да, мы бы парочку сыграем. Сериал досмотрю там. Какой? Полицейский с Рублевки смотрю. 4-й сезон уже. А ты что смотришь? Да, такое, пойму. Так, смотри, тут спейс 2 паунса въебал, и, по-моему, нужно уходить. Хотя ты бегнул прикольно. Надо съебать. Да, съебать точно. А, там запас хорошо. Ой-ой-ой, ты паут. А, его сейчас собьют, лол. Ой-ой-ой, бегнул что-то руинит. Ой-ой-ой, биг ном, блинкаут, ебать он мансит, конечно, нереально. Так он еще и выживет, лол, смотри, там за ним бэтик летит. Опять. Еще раз прыжок. Не, ну тут уже все. Закончились прыжки. Но он неплохо все равно, конечно, времени выиграл. Времени нормально выиграл, но все равно Рошан. Но для чего, да, для чего это время, если им не пользуются юники особо, Рошан все равно падает в пользу Ашер. И Юник остается только записывать тайминги, можно так сказать. Заблокировали карту за то, что я пытался оплатить твой подарок. Чё, блядь? Ты что же мне сделала подарок? Ты что, забыла? Зачем еще? Подарков много не бывает, ты говоришь. Не, ну это точно. Вы в курсе, что вы пытались перевести оплату на территорию Украины? Это ты со Сбера, что ли, решила оплатить? Ну ты умничка, конечно. Или с Альфы такая душка. Если со Сбера, то понятно, а если с Альфы, то не особо. Ой, ФН. Ай, да что ж так не везет, Юник, опять ТП-шку сбивают. И так, ой, конечно, глупый, глупая смерть максимально от ФН. Слушай, ну, блин, счет 4-17, но преимущество какое-то мега слабое у Ашер, 8000 всего. На прошлой карте, на 20-й минуте, у Юник уже было преимущество 1015, по-моему, с такой же игрой примерно. То есть как-то пока не уверенно Ашер эту карту доминирует, я бы сказал. Так, а у Сларка откуда здесь вижен по Паше? А он пост, что ли, дает вижен, да? Да. Да, Сларк пока уходит.
Там, зайцы, там тем временем ёбнули зайцы. Найс. Сёма, правда, сгорит. Сёма сгорает. Прыгает СК дальше. У Бримастера два ульта, его лучше не трогать, мне кажется. Да ну, почему? Что-то... Выбили первый ульт. Ой, это Луна Манту сейчас их побивает, зачем? Этих челов. Вот зачем, ну, почти. Манту. Как они сейчас странные драки, а шеры проводят. Ой, это для Луны, да, приятненько. Тинькова, ну, повезло. Линза у Бэтика. Выход в Октарин будет у Рейбла. Блин, ну, огромная Луна с Аегисом. Но я вижу тоже Сларк там, немаленький, 13500 на Творс. Палит Вард сразу же, оп, понимает, где стоит, вижу, ну, соперника. Сентрия у него почему-то нет, правда. Мог бы бегать сразу и ломать. А он просто говорит Сёме, чтобы тот быстрее аганим на фарм. А, ну может быть и так. Да, у Сёмы до аганима осталось-то всего лишь косарь, а аганим на дизрике это очень классный шанс на камыч. Спейс спрятался. Начинает кушать Рейбла. На этом, я думаю, его обед закончился. Вот сейчас его прячут и покатился Панго. По КБшке Рейбл начинает атаку на Спейса. А что, он его не цепляет? Лол, а лассо нажать? Почему он не нажал? Непонятно. Рейбл что-то на бетрайдере. Что делает Резоль? Ага, тут находит спейса. Он уходит на паунте. Блин, ну пока аганим круто работает, на самом деле. И все-таки, как я говорил, он больше его использует для того, чтобы съебаться. Ну и нападать тоже можно будет. Когда купит скади, когда появится аганим у Дизрика, я думаю, два паунца для того, чтобы зачейзить героев, там, глимпсовать их и так далее, будут помогать. Кстати, круто, что у Сларка ночной вижен огромный, и на самом деле, если так подумать, Дизраптор и Сларк — это же офигенная комба. Это почти как Найсталкер и Дизраптор, да? То есть вижен на дохерища, и Глимпс работает почти на фулл рейндж ночью, прям никто не убежит. Просто так Дизрика сейчас лучше не пикать, его нужно либо под НС собрать, либо под Сларка, ну, как минимум под Луну, да, у которой тоже вижен хороший. А есть еще какие-то герои, у которых вижен ночью имбовый? Я вот не знаю. Так они обязательно ночью берешь. Или днем. Зевса берешь Клаунфан. Ну это да, но это такое. А, ой, поймали Бигнума снизу, по-моему, ну все, закончился. Ангарьери. Слушай, ну, хайры выигрывают, по сути, минут 20 из 30 минут этой карты, но при этом как-то, ну, не растет преимущество, и не видно, чтобы они прям, знаешь, там, готовы были зайти на хайграунд или там... Готовы были выиграть драку 5 на 5. А. Ощущение, что игра равная. Хотя сейчас вот Пашу убили. И, по-моему, Спейс еще и Рейбл схавает. У него уже скади. Ой-ой-ой, а под скади вообще нереально убежать от этого Сларка. У него еще и паунс сейчас будет с аганимом. Рейбл прыгает немножко не туда, Сларк. Но есть циклон. Все исправит сейчас Шара. Да, и Бэтрайдера забирают. Опять глимпсанули. И он погибает. Отдает монстр киллстрик. Что-то как-то шеры, ну вообще как будто не тут. Ну еще такие вопросы максимально. Почему Паша ЕУ не жмет? Почему Луна ШД встречает твой спирит, а не бегут дальше в команде своей? Луна ШД вообще, да, как будто отдельно играют пока. Очень странная игра. Типа отдельно играть, но вместе. Типа отдельно от команды, но вместе, но все равно стрейфаться в команде надо. Ну эта игра затягивается у нас точно в лейт, и Юник... По сути, переворачивает игру. Ну, или выравнивает ее, как минимум, да, пока что. Преимущество 5 тысяч на 30, это же вообще копейки. Хотя, блин, Луна 20 тысяч. Это же очень жестко. Переворотный момент, это сейчас аганим на дизопчик. Это да, это очень сильный артефакт, типа который может закрыть Луну. Дизопчик. Или кого-то зайца, не даст им нажать кнопочки. Но в идеале нужно, чтобы FN ворвался со своим аганимом в ШД, не дал ему ни одну кнопку нажать. А в это время Луну закрыть аганимным ультимейтом Дизраптора, там прям вообще в идеале. И тогда легкая драка для Юник. Да, но если так не получится сделать, тогда уже в дело пойдет Бэтрайдер со своим лассо, Сэндкинг с эпицентром и Луна с Эклипсом. Там уже будет очень больно самим Юником. Сёма хочет себе еще и аганим шард купить, чтобы Тандертрак на тиммейта вешать. Это вообще прикольно или что это? В чем, ну, смысл этого Тандерстрайка? Там больше мусспид атак пит за это. А, на Сларка, да? Баф кидать. Окей, так, ловят Сэндкинга. По-моему, сейчас не помешает. Ооо, это поручительно нажал на вибратку. Шард. Ой, закинули Сларка. Еще как. Сёма тут, конечно, да. А, Сёма умирает, но Петушара должен уйти в ульте.
Он остался, конечно, 1-4. Но как минимум одним каким-то духом должен убежать. Пока что убегает зеленым. Его блочит. Ой-ой-ой-ой, петушара. Он может сейчас ложиться обратно, да? И еще раз разложиться не дадут. Там кулдаун уже. Да, и блинка тоже нет, как ты говоришь. Фидонят, фидонят, юники. Забрали, правда, Пашу. Они же на него и нападали изначально, да? Но на развороте дали два фрага резолю сделать. Оп, как бы рейбл. Приятный фид. Он там на бетике снизу. БКБ, наверное, заставят нажать, да? Минус БКБ. И не факт, что он уйдет, там скади. Скади, скади, скади. А зачем он прыгает там? Фрейбл, ебать. Тут Бигнум должен добивать сейчас. Да, понятно. Бигнум раскаточку уехал. Блин, очень странно играют Ашеры. Я вообще не понимаю, как они фидонят. Когда у них такая большая луна, они умудряются просто фидить на равном месте героями. Не, Слар, конечно, очень душный герой. По-моему, на этой карте он уже становится потихонечку даже сильнее луны. Он ее, конечно, еще не убивал, но он уже убивает ее тиммейтов и очень жестко вырезает всех, по сути. Он и Сент-Кинга душит, и Бэтрайдера душит. БКБшки не работают, и это у Старка еще нет Башера. Это у него только Скади. А сейчас докупит он МКБшку, заменит стики Башером, я думаю, вообще... Сейчас Ашером могут проиграть. Сейчас вообще пизда проиграть. Будет Ашером. А, ну, сейчас смотрим. Выход с Маки, ФН. Врывается первый. А, ульт аганимный по Сент-Кингу. Его, правда, прячет, спасает Заяц. Но там ФН классно полетел. Сайленс по троим идеальный. Зайцы должны забрать, у него все еще нет Айона. Спейс спрятался в аганим шарде. Пока что у него еще ульта осталась. Уже убили троих. Резоль остался здесь, под замедлением от Скади. Да, Шар въебали игру сейчас. Ульту, ульту, ульту! У нас Ларки не успел нажать. Ой, ошибка Спейса. Но все равно это минус 5 должно быть. Конечно, печально терять Сларка в такой идеальной атаке. Они могли вообще 5-0 сыграть. Но в итоге это 5-1. И все отыгрывают Юник. Просто все. Единственное, что Рошана еще нет. А Егиса они с Шардом забрать не могут пока. Но это какой-то полный провал. Я не знаю, что делают HellRaisers. Против Бетика. После потери Бетика они стоят в миде, фармят, как ни в чем не бывало. У них все нормально вообще. Ой, там в топе Рейбл отомстил Бигнуму за ту смерть. Делает соло-фраг. Здорово, скучный, здорово. Так, ну Петушара тут поддушивает Рейбла. Пока нет помощи, Петушаре должен подойти уже рядом с Сёма. Если ультом закроет, а не успевает. Придется нажимать Primal Split и бежать отсюда. Какой-то блинк, мне кажется, на дизрапторе нужен, чтобы идеально давать ульту. Как ты думаешь? Или он и без него справится? Лимером. Вот, он, да, ставит блинк сразу же. Хорош, Сёма. Но, блин, денег, конечно, дофига надо на этот блинк. У него пока ноль. Нужно 2000. Да, с Аганим Шардом быстро нафармит. Кстати, да, это что получается? Аганим Шард дает маленький кулдаун? Или Thunderstrike, или больше урона? В спид, а так спид-то понятно. Радиус больше. И все? Просто большой радиус? То есть, проще фармить. Ну да, пачка за пачкой просто сдувает одним Thunderstrike'ом. Прикольно. Ну, Ашеры все преимущество закинули. Я даже не знаю теперь, как им играть доту. Луна играет через сборку Аганим Шард Дедалус. Но проблема в том, что Сларк это контактный герой. А Луна как раз таки с таким закупом не контактный, максимально не контактный герой. То есть ей нужно стоять где-то хер знает позади всех и кидать эти бимы ебучие, которых радиус минимальный просто. Смотри, радиус бима. Там у Сларка паунс и то в два раза больше радиус имеет. Ну, это полный, конечно, трэш. Это Луна с Дедалусом. Паша. Так, Паша что-то неплохо вроде прыгнул, ебать, очень даже неплохо, но пока никого не убили, даже Петушара, по-моему, успеет нажать БКБ ульту, 3 секунды до ульты нужно пожить, как они никого не забрали, я в шоке. Сларк, без ульты, 2 паунса, а где ульт Сларка уже нажал он? Ну, так что, наверное, в эпицентр, что ли, вжал? Но на самом деле, учитывая то, как круто ворвался Паша, Юник каким-то образом еще и выживают все, трипл килл делает ФН на развороте. И Резоля тоже зарежет. Все, это проеба. Шеры даже с таким вот врывом от Паши не могут выиграть файт. Резоль без БКБшки здесь уже погибает. Ультракилл делает ФН. Нифига себе, он надамажил на Вейтспирите. Я хочу глянуть файт рекап. А что за файт рекап мемный, конечно. Тут почему-то только смерть Луны показали, ладно. У тебя нет фулового файт рекапа? Посмотрите, сколько там урона у нас. Спасибо, Дота. Ладно. Это интересно. Блин, Пашка, конечно, гений, но в команде у него, откровенно говоря, пока больше нет тиммейтов. А как так получилось, что Луна не надамажила в этот эпицентр? Она что, далеко была? Или в чем проблема, когда Паша прыгал? Минус, да, далековато. Она не успела, она только один бим дала и все.
Она на большом кемпе была, когда Паша уже прыгал под Магирова Эльмира. Смотрите, в чем дело, собственно. Игру бойтов перенесли, поэтому они будут играть аж 8 сентября, а сегодня матч Unique и HellRaisers в это время назначили. Поэтому мы смотрим, собственно, матч Unique и HellRaisers. И пока очень удивительная игра пока что от состава HR. На первой карте они отлетели за 20, а на второй карте они должны были закончить за 20, но в итоге руинят себе игру. На 28-й минуте у них было преимущество 10 тысяч. Сейчас они уже проигрывают 3 косаря. В миде умирает Сёма. Он, правда, классно ультимейт закинул по Паше. И Паша должен погибнуть. Буквально тысячки не хватает какой-нибудь от Бигнума. Он выживает, офигеть. На Сэндкинге. На супер лоу хп уходит Пашка. А так у них все просто офигенно. У них Аганим на Сларке. Я слышу, там кого-то зацепил. А Петушару зацепил Рейбл. И Петушару успевает нажать БКБ. А Рейбл ошибается. Рейбл отсюда уже вряд ли уйдет. Его под скайбе замедляет Спейс. И это минус Бутрайдер. Да, по-моему, Ашера уже в тильте. После такого закидона. Какой-то полный трэш происходит. Так, смотри, что делает Паша вообще. Лол, они в Аегис нажимают все кнопки. У них вообще все нормально там. По Егис просто кнопки жмут, чейзят этого Сларка с Егисом. Но Заяц спрятал сам себя. Пока что связочка пошла в Лотус, подкоп в Лотус. ФН залетает по четверым идеально. Господи, как же много урона выносит ФН. Уже минус Заяц. Минус Паша должен быть сейчас от Петушары. ФН дальше прыгает. Господи, как же у него много дэмэджа. Получается выдавать в этих файтах. Паша уходит, пока живет. И никого больше не забрали. Только Паша пострадал, он уже на базе хилится. Да уж. Как тебе игра, Виталь? Что можешь сказать по шарам? Как тебе их исполнение? Да, по-моему, новый состав собрать. Я худо. Ну, типа, я вот честно не понимаю, когда ты вроде бы хорошо играешь, но прям не получается выиграть. Ну, я не знаю, что тут. Честно, не могу представить. Вроде бы и состав Паша нормальный. Все устраивает. Не знаю. Единственное, что осталось, это убрать Резоля, взять кого-то за дрота на кэрри. Ты думаешь, в нем проблема? Ну, не знаю, типа. Слабее всего смотрится, типа, Резоль, наверное. Я не знаю. Ну да, он всего месяц играет на этой позиции. Типа, сколько он там, полтора года играл в оффлейне, пытался что-то. Вроде типа все плюс-минус смотрятся. Ну, опять же, Лил тоже, я за ним не особо много. Блин, а у тебя нет ощущения, что Резоль это тупо какая-то пиратская копия Рамзеса? Нет. Почему? Такого? Ну, он просто начал в оффлейне играть после того, как Рамзес ушел в оффлейн. Потом Рамзес вернулся на керри, он тоже на керри вернулся. И в целом он как-то постоянно... Ну, я знаю, что Резоль постоянно равнялся на хвоста, и он был в тени хвоста первое время, когда начал играть доту. Там варенье, он в истории рассказывал, что он следил за хвостом и хотел быть как он, и все такое. Но вот есть ощущение, что он реально фанатеет от Рамзика. И пытается его тоже переплюнуть, и делает почти то же самое, что Рамзик. Нет такого? Не, вообще нет. Не знаю, просто он тоже сейчас вернулся на керри. Там играл во флейне. Ну, вернулся, по-моему, раньше, чем Рамзик. Да? Нет? Возможно. Ну, Рамзик же в Нави играл, но во флейне последний раз, правильно? А еще да, да. И когда с Нави его распускали, типа, там уже ходили слухи, что Резоль на керри. Ну, Резоль тоже во флейне играл еще, когда они с Нави играли эти, помнишь, квалы на инт? Да, Резоль еще во флейне. Во флейне был. Легкий 7-8, если что, да, на Юник был КФ 7-8, когда они лузали 10 тысяч. Такой вот моментик интересный. Я уж думал, все, они смогут они камбэкнуть, но они переворачивают. И пока что Space выглядит нереально круто. То есть вот этот задрот в пабликах, о котором никто ничего не знает, реально играет намного круче всеми известного Резолюшена, который вот уже 1000 лет на просцене, такой олд, там на интах был. В финале инта был. И где он там? Не в финале? Да, в финале это был. Вот. Так что Dota сейчас в Dota играют молодые задроты, а не алды, которые там с кучей наград, с кучей достижений. Dota сейчас совершенно другая, и она меняется каждый год. Поэтому так, то, что ты там пару лет назад имел достижения, сейчас это уже никого не интересует. Space нападает, просто идет хавать всех, он ничего не боится, у него Aegis еще 20 секунд, я думаю, тайминг есть. Ой, уже минус 3 хп у Резоля, уже минус пол хп у Резоля. Ебать, как же ему плохо, он жмет БКБшку в суппорта. Не может его убить никак. Это просто провал. Резоль без БКБ, теперь нужно тупо бежать, он уже не может драться. Там кого-то глимпсанули, это был Рейбл, заставили нажать БКБшку его.
Аягис выпал, да, но... При этом Ашер минус БКБшки на всех героях. Луна, Бетик, СК без БКБ. И падает 2 в миде потихоньку у Ашер. Кстати, а почему Юник отошли? Тоже все ресурсы потрачены, видимо. Ну, я бы не сказал, там Брю еще с БКБ ультимейтом. Сларк с ультимейтом уже. А, Дизрик с ультимейтом. У них все есть. Блин, как аним на Дизрапторе. Сейчас можно прыгнуть любого героя накрыть. А, и просто выиграть игру. То, что нужно сделать Сёме, это выбрать хорошую позицию. И накрыть героя до БКБ. Сейчас же кинетик филд еще апнули. Он теперь не 1.2, а 1 секунду создается. То есть намного проще закрыть героя в кинетике. И это реально ощутимо. Если там раньше вот этих вот 0.2 секунды хватало каким-то героям, чтобы выбежать из кинетика, то сейчас этого не хватает. Дотя даже 0.2 секунды иногда очень сильно решают. Так, ну Лила можно забирать. Вот она, Луна. Ну прыгнешь на Дизрике. Че он не прыгает, лол? А, они и так ее убили, сам ладно. Себе вибашил бим, и потом достанет его бан. Понял. Получается, да, ГГ. Да уж. Ой, а меня выкинуло, тебя тоже? Меня нет. Сука, а меня сейчас не пустят обратно, потому что игра уже закончилась. Сука. Бля, если я открою посмотреть то, что ты смотришь. Watch game. Блядь, lobby not found. Дайте тебя нахер. Найс, посмотрели, ДВЦЛ, короче. Сколько там минут игра закончилась? Не знаю, это... пока 42-я. 42-я, а закончилась игра на 47-й. Блядь, я 5 минут игры еще проебал. Ну, блин, эти баги ебучие. Так что, могу тебе... А, можешь в Дискорде, да, застрим в Дискорде, давай досмотрим. Сейчас покажу, ребят, картинку. Дискорд, вот есть... Ой, кайф. Так, тут поймали брюшку. Брюшка должен вжить, по идее. А, и лотос спотный был. А кто лотос дал? От чего там он спас? Спанга, наверное. Mm-hmm. Я, кстати, не знаю, от чего он спас, но от чего точно лотос был спасти, если его не зафокусили. Или это из-за глимера его не убили просто. А Старк нажимал ульту аганимную? Аганим шарную, посмотри. Да, он его спас сейчас ультой, по-моему, нет? Думаешь? Мне кажется, Death Shroud нажал, да, или как эта штука называется. В сторону забрали в миде. Не, ну Ашера, конечно, ульт работает. Я не знаю, как можно так фидонить. Просто кошмар. Первую карту без шансов отлетели, а на вторую уже все было вот в руках, откомбэчить. 1-1 можно было сыграть. Но такое ощущение, будто им падло просто играть этот турик, и они... Они вообще не стараются. Ну, то есть такую игру с Луной закончить проще простого. Так, смотрим. Последняя драка. Луну закрыли в ульте Дизрика аганимном, но есть подсейв от Зайца. Резоль успевает нажать БКБ. Эклипс, Сент-Кинга уже потеряли, а дальше убить никого не могут. Нет урона просто у команды Ашер. Заяц стоит, смотрит на все это дело, думает, ёба, что делать? Знаю Заяца, он примерно это говорит. Мид падает. Не, как манера разговора Заяца. Ну почему они нас убивают, блядь? Че это за нахуй? Соберитесь, давайте, парни. Ой, Рэйбл. Ростислав Лозовой ебашит на этом, на войде. Фейс залетает в Рейбла. Как же ему похуй. Фейс вообще, да, он так кайфует в этой игре на Сларке. У него всего 3 смерти. И он идет дальше, душит эту Луну бедную без БКБ. Она погибает, у нее есть бай. А посмотри на закуп Луны. Че за хуйня, блядь, у нее в шмотках? Там разобранная МОМ, разобранный что-то сатани хочет купить. А байбэк оставил. Да какой сатаник, нахуй? Зачем он здесь нужен? Уже блинзу взял и стоял бим и кидал себе. Ну, типа, если ты берешь Дайдалус и Шард, то очевидно, что ты не можешь играть без линзы в такой игре. Это там Сларк с аганимом. Нужно было брать уже линзу, пытаться бимами что-то делать. Но, блин, Луну сильно понерфили, поэтому сейчас это не работает. И в итоге минус две стороны, а Шары пытаются дефать с байбеком Луны. Ты Шара без ульты сейчас может спокойненько уйти на блинке, все нормально. Фигнула поймали. Ну все, это камбэк, нереальный камбэк. Заработали аж 500 голды. На убийстве Бигнула. Легкий кайф 1.7 у меня при матче залетел на Юник. Кажется. Следующая серия Юник против Fantastic Five играет. Я вообще не представляю, что там Fantastic Five могут предложить. У них в составе из более-менее тех, кого я знаю. Три киргиза. Это, подожди, это кто? А, это Близзи, да, Скольд и Дрим. Ладно, это вроде состав даже не такой плохой. Там БЗЗ еще с Джеймсом играют. Ну, вообще, слушай... Став-то прикольно, реально, Fantastic Five. Они как играют в этом турике? Пока что у них 3-2 стата. Они мотивированы побеждать. Они переехали Даньку.
проебали имперцам и Spider Pig, выиграли Ашертон, это понятно. Любая команда выиграет, и этих Кверти обыграли с Open Qual команду. Ну, слушай, КФ на Fantastic Five прикольный, может быть, рискнуть. Юники играют не без ошибок, мне кажется, просто ашары боты. Юники играют не мне так кажется, идеально. Там три карты бот почему-то. Да-да-да, я тоже думаю, может быть, три карты. То есть Fantastic Five явно команда сейчас посыграннее, чем Ашер. Fantastic Five, ну там ну, три киргиза и бут. У них три киргиза, которые на буткемпе были, блядь, конечно. О-о-о. А, это ж у них вот этот вот буткемп, который собирал Заяц, да? Они там сидели? Да, да. А, это они там и собрались, да, наверное? Fantastic Five. Да, слушай, да. Слушай, прикольно, прикольно. Получается, Заяц создал команду, которая его выебала. Хорош, 2-0. Отлетел от челов. Так, ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Да-да-да. Я, кстати, хочу на Fantastic Five поставить по приколу, реально. Сейчас вторую лесим. Так. А. То есть ты хочешь сказать, что через минуту закончится игра, когда они убили брюшку первую? А, да. Смотрим. Мы там Паша пытается растрясти. Будем смотреть и в 5. Да не-не, я уже, наверное, пойду отдыхать. А, тебя тоже выкинула. Ха-ха! Бля, кайф, игра, конечно, ребят. Не, ну это жесть. Это до 2CL. Спасибо большое. 15-минутный дилей. Ставим лайк на трансляции. Круто посмотрели доту сегодня. Спасибо Габену за 15 минут дилей. Да уж. Да уж. Так, ну в любом случае, прикольная получилась серия. Спасибо всем, кто пришел посмотреть. Ашеры, конечно, супер батьё. Не знаю, как они вообще собираются дальше играть в таком составе. 2-0. Отлетают от Юник. А, ну, а дальше будут играть Юники снова. Знаешь, что? Против Fantastic Five. По-моему, нет. Чё нет? Ну, нет, потому что Близи в катке. Не будут только играть? Начал. А, через час у них игра. Ладно, может и будут. Да, я думаю, да-да-да. По расписанию в 21.00 игра. Понятно. Я думаю, будет играть Близи сейчас. Ну, вроде как расписание такое не меняли уже. Всё заранее ну, было. Я тоже вижу, что его не меняли, но... Все должно быть. КФ на Fantastic Five, я думаю, будет очень хороший. Потому что, ну, блин, они типа нонеймы по факту. Хотя они обыграли уже ашеров, и, наверное, будет все равно на них ставить. Но, по сути, Юники и F5 обыграли ашеров 2-0, поэтому команды равные, мне кажется, здесь в этом плане. Я хочу рискнуть на F5. Какие КФы на букмекерах вообще на F5? Мне просто интересно. Сейчас на бете КФ сломан, а на БК какой КФ? Ребятки, напишите в чат, чтобы я... А, 3 на F5. Вот, на 3 я готов поставить. Гоп. На КФ3 ставлю на F5. 171, вторая лесенка. Так, ладно, я съебался. Давай, Виталич, спасибо большое. Надеюсь, давай. Следующая игра, которую мы будем кастить, будет чутка интереснее и без такой хуйни. Все, давай на связи. 3 числа Лига, если будет время, там залетишь. На Лигу классные матчи будут. Давай. Все, пока-пока. Так, ну что, ребятки, я уже залил на Fantastic Five. Этот матч я стримить не буду. Думаю, как видите, проблемы с Dota TV нереальные. Плюс дилей 15 минут, это, конечно, полная дичь. Вот. Ставочку сейчас закину в телегу. Подписывайтесь на телегу, кто еще этого не сделал. Обязательно буду ждать вас там. Ну, а на сегодня все. Завтра, не знаю, что буду стримить. У меня завтра днюха. Будем, возможно, что-то собирать. Возможно, что-то покоменчу. Посмотрим. Промик обещал. Да, ловите всем, кто зашел на стрим. Промик. Пойдите, кто первый, забирайте. На бетс. А, ну, вроде бы. Все. Fantastic Five, удачи. А на сегодня стрим из over. Всем спасибо, что смотрели. Смотрите доту, любите доту. Всем пока, гайз.